бачення. Блять. Чтоб ты понимал, нельзя сворачивать игру, когда ты ее запускаешь. Понятно. Да, у меня какая-то ошибка какая-то вылетает при загрузке. Играй в окне. Все. Безрамочным в окне. Не-не-не, это вообще никак не роляет, чтоб ты понимал. У меня изначально было оконное, оно там прогружалось на фоне, я слышу звук. Ну, на фоне, да, что она там грузится, я ее разворачиваю, там бамс, ошибка, блядь, я такой, чё нахуй? Какая-то вообще эрор внутренний, блядь. Зачем такие игры? Ну, я тоже вот не знаю. Здравствуйте, дорогие друзья, получается. Буквально 5 минуток. 5-минутная готовность. И пойдем проходить второе кинцо. Надеюсь, вы взяли чаечек, еду, чтобы похрустеть, похомячить. Пока будем проходить и смотреть. Вове отдельный привет. Уже на стриме с нами сегодня. Так, ну патьку ты можешь мне кидать. Я уже в игре. А, мне предлагаешь в игру заходить? Да, 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 да. Потихонечку. Ну началось. У меня ошибка, кстати, скопировалась, прикинь. На, вот, разберись. Сама да, за да, этого? Да. Да, 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 я не знаю, как это вообще, блядь, нахуй произошло. Как это произошло, но он скопировалась, и я такой, типа, чё? Фигня, обычно там окно высвечивается, типа. Так, да, так оно окно и высветилось. Окошко, я нажал ОК, типа, игра закрылась. Я хотел тебе вставить картинку. Ну, я все, да-да, можешь даже не продолжать. Я хотел тебе вставить, забей. На этом можешь все, да. Кстати, обновили сегодня follow и стримы. Ой, ну, на стриме follow и подписку. Видосики добавили. Так что можете протестить. Так. Должна быть Найсова. Девочкой будешь? Окей. Да. Или я буду девочкой. Или девочка. Ты. Я уже привык. Не, ну ты до этого мальчиком играл. Бать на подписку. Нет, так ты фоллоу можешь протестить. По идее, если ты сейчас анфоллоунишься и зафоллоувишься, оно заработает. Но это не точно. Только правильно говорить не байт, а бейт. Блять, заебёшь ты со своим байт-бейт. Нужно уважать русский язык, блять. Не заработало? Блять. Ну ладно. Все, отменяется, блять. Давайте, да. Ну значит, типа, должно... Ну новые, типа, уже фолловы. Игра новых. Просто сверху всего этого. Не-не-не, у меня же тоже не высветилось ничего. У меня донаты и подписки идут выше игры, по порядку. Оно в любом случае будет выше. Ой. Просто не дало оповещение, что ты зафоловился даже. Ну, похуй. Я? Да нет. Но я могу тестовый ебануть показать. Хотя, блядь, это будет неприкольно, да? Лучше значит, пускай они под зафоллуются. А нажми, нажми, вдруг она просто не работает. А, ну давай, подожди, давай проверка. Проверка. Хорошо, ладно, действительно. На стриме именно, да? Чтобы увидеть это. Тест фоллоу. Вот это вот и называется байт. Welcome to the club, buddy. Ебать. На стриме. Не, все есть. Да. Вот. Все. И подписочка. Всё, подписку не байте. Увидел, подписку не байте, да, где надо? Вот подписку я вот оставлю, все, вот она будет, будет там. Вот кнопочку нажмешь подписаться и увидишь. Ну, фоллоу, кому надо, тот увидел. Все, я зачаю, сейчас буквально минутку. На кухню и назад. И готов. Ой, как я устал.
Ну что, игра не вылетает? Все нормально? Кстати, вот у меня вопрос. А если я вот создам игру и тебя таким образом заинвайчу? Тебе даст я заинвайтиться уже ко мне? Ну, сейчас, ну, проверка. Ну, это вопрос о том... Это вопрос... Да, да. Вопрос об этом. Том самом сейчас. Да не приглашай, я тебя приглашу. Вот я тебя приглашаю. Тебя пустит ко мне? Тебя пустило, блядь. Так подожди, я таким образом могу пошарить... на дохуя людей, и мы можем, типа, кино вот эту хуйню сыграть, вечеринку, да? Ну, да. Так это вообще не связано, естественно, можем. Так нет, ты не понял, ты не мне же... Ты тебе не надо понял. Не шарить игру, а просто стрим включить другим людям и с ними играть. Не, так а я хочу шарить, я не хочу, чтобы у них пинг нахуй 150 был. Потому что через вот этот вот... Стимовскую хуйню, там же вообще пиздец как лагает. Ну ладно, создавай ты. У тебя ключ только один. Ты думаешь, типа... Так ты же... Так ты без ключа сейчас установил игру? Я с ключом установил игру. С ключом? Вторую? Да. Little Hope? Да. Да. Ну я вчера скачал ее, а сегодня ключ активировал. Да. И оно типа... Блядь, надо было затестить без ключа, понял? Ну ладно, похуй уже. Зачем? Ну, условного Стаса также могли бы взять. И еще Ой, кого-то. Этот Стас. Мы можем их взять просто по стриму. Можете играть. Посидеть, посмотреть. Так по стриму я живу. Откуда Стас? Где он живет? В Украине. Ну, все, какие вопросы? Все, блин, да? Ему не до игр, правильно? Ну, не до того сейчас. Да. Занимайся другими вещами. Ну, да. Согласен. Ну, я просто к тому, что... Я Женьку это говорил сегодня, и он говорит, типа, он пробовал через Remote Play играть, и у него пикселит просто пизда, там, знаешь, ему, ну, легче уже на стриме тогда просто смотреть прохождение игры, нежели, ну, играть, потому что 160p, блядь, в каждом глазу. Ну, ну да. И я так понял, совместная история, которую мы с тобой играем, она именно на двоих. Вот в чем прикол. То есть, ну, не на троих, не на четверых, она именно на двоих. А кинов хуйня вот та, она на пятерых может быть. Ну, там по очереди играется, понял? Ну, ты, да. Типа, всю историю нахуй видишь. Ты выбираешь персонажа, и вы по очереди играете. А не так, что мы с тобой параллельно, понял? Ну. Что нахуй? Что это? Что показывает? Ты play with the controller, press I. Ты play with the point and click, press мышку. Мышка. Я нажал мышку. Жми мышку. А, да, оно нам типа еще и решило спросить, на чем мы играем. Наши сексуальные предпочтения. Да-да-да-да-да, постели. Дайте. Ну все, понеслась. Пошел контент, парни. Маленькие надежды. Ну ладно, все, я больше так не буду, нахуй. Это как старая вот эта озвучка, да, блять? Нет, это новая озвучка. Фильмов и так далее. Пошел контент. Пошел. Бля, у нас нет таких закусочных. Да. А может и есть. За городом, блядь. За городом. Это где-то в районе МКАДа, да, уже? Ну, я имею в виду вообще за пределами квартиры. Я там не бываю никогда. Может, уже и появились. Может, и всегда будет, кто знает. А, вот эта область уже. Вот эту область, это я узнаю за Истрой. У нас тут. Такой же, да, один в один? Да. Чё, по фэпосам? Ну, вроде нормально. 200. 54. Понял. Синхронизацию вроде включил, должно быть 60, почему-то 68.
Найт, привет. Привет, привет. Опа, степень нагрузки ГП 100%. Ну, она ебашится здесь. Что да? С матерью? Что с видюхой? Все, так, тихонько. Шутки в сторону, серьезный контент, давай, давай. Никаких тебе хихоньки-хахоньки. Здорово. Ну, здорово. Это я. Thanks for pulling over. У меня все на английском. Something wrong? У меня нет субтитров. Подожди. У меня все субтитрами на английском игра стала. А, субтитры. Почему? Минимум, понял. Язык текста. О, все, русский. Ты русский? А почему оно слетело? Я такой, знаешь, типа, я аж приятно удивился, если честно. Ой, у тебя там даже Are you sure было по-английски написано. Да, и внизу субтитры на английском было. Я такой, чего? Ну, я, в принципе, и так бы поиграл, но... Ладно. Мораль всей басни — всегда трать время на 5 минут настроек. Так, мы все на русском было. Блять, все на русском было. Мы стартанули, все на русском. Можно даже стрим перемотать назад, там на русском все было. Мы не стартовали. Ну, когда мы в лобби еще сидели, в менюшке, там же все на русском было. Оно слетело почему-то, когда игра стартанула. Да, френч пас. Он по-русски? Он на английском говорит, подожди, что? Нужно перезакачать игру. Ну, язык озвучки, а не язык текста. А у меня нету такого, блядь. Это в меню, скорее всего. В главном, да, блядь? Да. Все, до свидания, да, блядь? Ну, это надо выйти. Подожди. С этой. Я тебе отвечаю. Анализ данных, да, действительно. Не, так мы вдвоем только через френдпасс можем играть. Так, подожди. Просто каждую игру купить свою. И ну, у меня-то она куплена, а у тебя нет. Ну да. Так, подожди. Озвучка ну. Есть русская, что за скам, подожди. Думай. Ну, у нас в главном меню в настройках надо поменять. Ну все, перехастуем тогда быстренько. Да. У меня по-русски все. Извиняйтесь. У меня все было по-русски. Я тебе отвечаю. А вот зачем мы тогда пересоздаем? Блять. Да. Вот еще меню быстрее работало. Блять, вот что? Вот. Что? Что? Смотри. Русский. Язык аудио русский. Походу у нас уже, знаешь, различия. Типа, у меня персонаж по-русски понимает, у тебя по-английски. Да-да-да-да-да, на старте. А у тебя в настройках вот здесь в главном меню язык текста, язык аудио русский, русский. Да. Ну давай еще раз, кидай батьку. Все наушники, все русские, русские. Ну, все так и есть, давай еще раз. Не играйте в одиночку. Ты потому что какой-то глупостью занимаешься. Да, блять. Ты мне пати кидай. Естественно. Че я тебе буду кидать? Идет создание сеанса. Готов. Подожди. Готов. Объезд закусочной у дороги. Погнали. Как бы, знаешь, вот поиграли бы всю игру, я бы потом в конце бы осознал, что всю игру играл на английском, да? Блин, у меня так хуярит комп этот. Шумит. Что? Ну, этот как вот, пропеллеры, блядь. Еще пипец. Кулера вообще ебашит. Да. 41 градус в этом, как там, в корпусе. Закусочная у дороги. 21.42 да. Сегодня. Сегодня? Вот прям сейчас? Воскресенье? До 4 июля? Он начинается, клоунада. Open. Вот у меня надпись «Тейкаут» вообще ужас, прям вообще не видно нихуя там было. Да, оно как будто пикселит пиздец там. Да. Full HD, надо 8K, брат. Да. На телевизоре. Да. На видюхе, блядь. 1050. Ti. Бля, отличная видюха. Отличнейшая. Да. Для Counter-Strike и для Dota. Ну. Первый. А? Я на ней играл вот всю свою жизнь почти.
Утрочество. Очень долго до диалога первого, типа. Ну вот, секунд 10 еще. Ну да, ну мы уже минут сколько, 15, блядь, или сколько? Ну, секунд 40, да, наверное, да, сидим. Да, да, да. О, сейчас будут 2D-шные это, облака, вот эти туман, смотри. Чекай, сейчас. Смотрю. О, вот это 2D-шные, вот видел? Это, да, оп, внизу, снизу, да, 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 видел. Пиздец, кал. Ну доебись до тумана, боже, блядь. Ну, если они снимают его сверху, то, ну, это их проблемы. Оператора. Ну да, можно было повернуть в туман, на самом деле. Ну вот за машиной этот же туман. Да. Статичный, кстати. Так. Момент истины. На каком языке он сейчас заговорит? Прикинь, на украинском, блять. У меня теперь на английском будет, блять. Украинском. Здоровенько было, да, и сейчас... да, вот это. For over. На английском? Sure. Wrong? А, что такое? Впереди не проехать. Авария. Что и дорога. У тебя на русском он говорит? Да. Бля, давай я создам. Подожди, что за скам нахуй? У меня нет. Перезайди в игру. Ну и давай, давай. Сам. Давай, сейчас сделаю. Обман, блять? Пару минут, ребят. Это... Что это, блядь? Загрузка? Человечество так устроено, что каждая новая итерация вот их произведения, да, вот, человека, она все лучше и лучше. А я так, во фронтпассе. Так он же во фронтпассе играет, и да? Ты тоже во фронтпассе. Мы оба во фронтпассе. А, ну, кстати, нет. Ну, блядь, это бред. Подгружать. Потому что мы оба просто скачали игру, типа. Не было такого, что и там он английский выбрал. Я сейчас, был... да, я соло запущу и проверю. Да. Потому что у меня все на русском стояло. Вот насчет, ну, хотя, типа, стима самого я вообще не уверен. Зачем хотя в соло? Давай сейчас сразу же тебя заинвайчу и посмотрим. А покинь, я сейчас тебя заинвайчу, и у меня будет на русском, у тебя на английском, блядь. Ущемление, блядь. Давай я сейчас попробую поменять настройки, типа, с русского на английский и обратно на русский. Прикинь, у каждого игрока резервируется язык. Если бы нас было пятеро, то у одного бы одни, блядь, были на испанском, у второго на французском, третьего на немецком. Один человек, один язык, да? Да. Охуеть просто, блядь, сидишь такой. Так, ну поставил ты английский, я вижу. В самом Steam я вообще не уверен, что там есть настройки эти, потому что это же отдельное приложение, а не игра. А, нет, вот язык. Русский. В смысле, в Steam? Да. Где ты это видишь? Ну, в библиотеке настройки... правой кнопкой. Правой кнопкой свойства? Ну, язык. Чё там, да, русский, язык. Русский. Все четко. Так, ну давайте. Или это из БУ что-то делает у тебя, а? Ну. Или он IP вычисляет такой, типа, кинул ебать. Кинул тебе пати. Типа. Нет, такой, да. Я знаю, что вам нужно. Вам нужен английский язык. Новая история. Я Энтони. А продолжить ты не можешь, да, ну ладно. Нет, ты Таня, я Энтони. Поехали. Зато я женщина, у меня есть груди. Да? Да? Хотя, учитывая первую часть, скорее всего, я умру сейчас просто. Блять, на нулевой, да? Опять тебе там что-нибудь покажется, блять. Да, блять, а там... Да ты бы видел, блять, что там происходит. Я ты видел, что у меня в шкафу? Тоже там мразь сидит. Но я сразу понял, что это ты. Это самое... Самое тупое, я тебя убил, и у меня чел просто откис. Ну, типа, блядь, такой, бэ, и все, блядь. И глаза на лоб. Little Hope. Давай, скипай диалог. Да как, блядь? Как в Ведьмаке? Да. Опа, он книжку положил, видел? Я только сейчас видел. Вот понял, то, что да. Она оттуда упадет, понял.
Все, пиздец. И что? И он резко затормозит, она упадет вниз, блядь, и что? А может она упадет, а он такой, ух ты, что ж она упала, а ну-ка я ее сейчас подниму, оба-оба, такой нагнутый. И у него спина стрельнет в этот момент, блядь, и пиздец, да? Ну, учитывая, что это ночь, дорога американская, скорее на дорогу выбежит олень какой-нибудь, он такой, о, черт, и такой в сторону рули, все, и пиздец. Вот это дефолтное. Скорее всего так будет, да. Блядь, а покинь, это именно вот интро, блядь, на английском, а все остальное на русском. И ты меня троллишь, просто сидишь, блядь, у тебя тоже на английском. Ну, у меня на русском. Ну ладно. Клянусь здоровьем, там, Джека Николсона, не знаю. Понял. Станет первым дневником вампиров. Вот так вот. Первым дневником запиской. В сериале «Дневник вампиров», да? Ну так. Да. Стоп. Ну стоп, не перевели, сразу видно уже, все, блядь, на английском сейчас будет. Да не, не дай бог. Не дай бог на английском. Тейт Трупер. Штурмовик. Блять. Я не знаю. Штатский, блять. Так. Момент истины. А кто здесь? Кто там, Таня или как? Да-да-да, за рулем Таня, блять. У меня одноклассница Таня, она в 11 классе, блять, родила ебаный рот. А? Да? Тихо. Добрый день, спасибо. Все, хорошо, sir. Пошло. У тебя на английском? Нет. Не проехать. Фу, блядь. Не пугай меня так, блядь. Мы направляем всех через Little Hope. Через Ravenholm. Через Silent Hill, блядь. Вас ничего не беспокоит? Почему Netflix? Пока нет ни одного черного человека. Все нормально. Просто хочу довести своих пассажиров. Человека? Вряд ли их потревожит. Там пассажиров, блядь, а там пассажиров нет никаких на самом деле, блядь. Ну. Дорога на восток. Как раз через Little Hope. Времени почти не потеряете. Блядь. А, интересно, когда я создал игру, я типа хост? И у тебя сейчас пинг, да, будет 100, блядь? Как серьезно, Сэмми? Это фильм. Не, ну там же надо было в какие-то моменты нажимать быстро кнопки, помнишь? Да, они, скорее всего, у каждого свое это, блядь. Ну ладно. Мне кажется. Еще немного, и вы в жетоне дырку протрете. Ау. И давно вы в завязке? Уже почти 3 месяца. Неплохо. А ты слышишь, что на фоне? Ты слышишь, на фоне они на английском говорят? Знаю. Нет. Да, я слышу. Ну, тихо, там шум. Я... Да-да-да. Пока ты пиздишь, я не... Да, тихо. Мы не туда едем. Ерунда. Небольшая. Блять. Это не ерунда. Спокойно. О, Джон, не говорите со мной таким тоном. Можете потише. Блять, ну не олень, ладно. Все-таки Silent Hill. Почти что. Олень. Такие олень. У меня олень был. У меня девочка. Вот и начались различия, да, в игре? Курс изменён. В смысле, что мы сделали, блядь? Ой, мы это же... я сделал? Это ты сделал. Так, проверка. Ничего нету. Ой. Ой, I'm sorry. Походу, нельзя на мышку нажимать или чё, блядь? Продолжить. А как играть? Курс изменён. Мы, блядь, ничего не сделали, просто машина перевернулась. Изменение маршрута, блядь, вот это. Ну ладно. Бля, не Вракун же Сити? Вот эта девочка. Джеймс, ты знаешь, как меня злит, когда ты не принимаешь меня всерьез? Я знаю, дорогая, но... У меня был... Во, уже с первых минут у вас прохождение, и непонятно, что именно пытается сказать сценарист. Расхождение. Напился. Ну надо же. Я просто посмотрел с парнями матч, милая, и все. Как же все, а то я не вижу. Прошел слух, что кого-то могут сократить на фабрике. Ты годами это повторяешь. Меня больше беспокоит Меган. А что с Меган? Ничего такого не вижу. Ты как напьешься, ничего не видишь. Да не было оленя никакого. Преподобный Карсон задержал ее после молитв. Четвертый раз подряд. Карлсон. У нее проблемы, это важно, Джеймс. Ты слишком над ней трясешься. Мне сейчас не до этого. Какой сюрприз? Толку от тебя никакого. А когда тебе будет до этого? Я придумала проблему на пустом месте.
Делаешь из мухи слона. На пустом? Да вся семья на мне одной держится. И это, по-твоему, пустое место? Хоть бы раз бы помог мне. Может, будь у нас свои дети. Ничего такого бы не было. А вот это просто подло. Ты не видишь, как мне не из-за этого тяжело? Не только тебе тут тяжело. Дела на фабрике идут совсем скверно, Анна. Я не шучу. Нихуя у них тут, блядь. Не сейчас. Диалоги. Ссоры. Семейные. Не сегодня. Черт. Меньше экспрессии, молодой человек. Так, кто поймет, кто озвучивает батю, блядь. Так. Всеволод Кузнецов. Кто еще, блядь? Понял. Ну ты шаришь, наверное, да? Таня опоздает. Это ее новая фишка. Я уже, блядь, да, выбираю? То есть мне надо нахамить или ущемиться? Таня всегда опаздывает. А это я тебя булю. Как начала встречаться? В смысле, это я тебя... Не, а, я тебя... А, чуваков играет за Бей. Да. Ты Деннис, а я... Кто? Понимает какой-то жуткий культ. Я на улице. В смысле на улице? Я в доме. Я на улице с ней... Мы слегка потолковали. А, ты с девочкой там вот... Ты ее щупаешь? Я девочка. А, ты и есть девочка, понял. А я тебя тут булю, пиздец. Слышь, перестань ее лапать. О, господи, чё у тебя за мразота такая, эта девочка ужас, блядь, фу, блядь. Ну, обычная одна штука. Я лучше на этого чёрного парня посмотрю. Да, Грузев. Он ещё чувака из Postal озвучил, этот Грузев. А я шарю в актёра дубляжа, хранитель, например, Александр Груздев озвучивает, ему этот голос прямо идеально идёт. Это Таня? Замерзла. А, это замерзла. Таня. Блядь, да открой ты дверь. Да, блядь, ты заебешь, да иду я, иду. Если дверь не починят, придется через окно залезать. Все, давай, да. А, вот с кем ты там, да? Чё? Понятно, блядь. А, семья куклусклановцев, я понял. Как дела? Блядь. Почему? Почему? Чего ты это взял? Как отец вернулся. Каждый раз одно и то же, как заезженная пластинка. Как же это надоело. Ну вы же черного не пустили в дом. Даже не позвали. Я на тебя быканул. И тебе, конечно же, на все насрать. Но, как всегда. Да ладно тебе, это не новость. Они ругались, когда мы были в памперсах. Ну, ты ходил в памперсах, а я на горшок. Деннис, я тысячу раз говорила, чтобы ты отнес. Так ладно, мусом встречается, губа не дура у девки. Это не хлам, а редкая и очень престижная коллекция. О. Ну? Винилы. В прошлой жизни сержант. Это стоит миллион, блядь. Наверное, сейчас. Ну, не миллион. Да ладно. С ним, да все как обычно. Он просто Деннис. Какой сюрприз. Ну, наверное, коллекционеры оценят. Ну, там пластинки разные. Эй, типа. Деннис! Опа. Крепота. Эй! Не сейчас, я занят. Чё, эй, блядь? Ах, так, блядь? Ах, ты занят. Ах, ты падла, блядь. Всё, до побачення, блядь. Эй! Успокойся ты! Это он лестница, да, сказал сам? Блять. У тебя тоже девочка на экране? Напугала, да. Милый. Мамка, все, понял. Вы тут говорили обо мне? А во, блядь. Не сейчас, Меган. Да, в ванной, блядь. Я просто хочу принять ванну. О, вы-то, блядь. О, да, я тут одна, блядь, ванна стоит. Начальник, блядь. Он обосрался. Чего рот в говне? Блядь, она напоминает мне девочку, нахуй, которая... Мать и сфера вот этих наших двух главных героев. Блять, как этот город же называется, боже. Не Raccoon City, не Silent Hill. Как? Еще есть. Половина хорроров с такими девочками. Да там, блять, она прям... И вообще он не про город. Твари. Ой, я не могу вспомнить, пиздец. Какой-то, да, Салем, вот это, да, вот это вот. Смолвиль, блядь. Ты про что?
Я не помню. Откуда? В Фире нету города, не города. В Фире никакого. Есть девочка, типа, вот она один в один, которая мамка двух главных. Ты говоришь город, персонажа. А потом говоришь девочка. И я не помню еще, типа, фильм, где с каким городом связана такая же хуйня. Где я она, таких типа. Фильмов. Да нет, да не дохуя их на самом деле. Их миллионы, Заклятие, Аннабель. Все, я закончил. Два. Я просто их не смотрю. Ракун? Блять, хороший вопрос. Ее звали как? Может быть, Ракун? Ракун это из Resident Evil. Ну да, Ракун это из Резика, но... Блять. Там была девочка в фильме, но это пародия была на Фир. Там вышел через 6 лет, по-моему. Может, все-таки в Silent Hill, по-моему, таки она там была. Да? И там мамка за ней еще типа пригнала спасти ее, блядь. Или как там? Точно сюжет. Давай сейчас посмотрим. Ну давай, да, все. Скипаем Silent Hill. Смотреть и играть. Игра же есть, правильно? Да. А, ты мне предлагаешь нажать, да, на продолжить. Да, я жду тебя. Надо, кстати, к QT быть готов. Я жду вас, молодой человек. Я не играл в игры СХ. Ты хуй тебя знает. Хуй тебя разберешь, да, что он там. Я только в обскор играл из всех этих игр. И то первый уровень, блядь. Там, кстати, тоже есть кофе. Ну ладно, пошло. Мне лучше не встревать, ты же знаешь. Это я. Я могу сделать только хуже. Кажется, на этот раз все серьезней. Они говорили о Мэгане. Она что-то натворила. Принимает решение. Меган — вредная девчонка, которая пакостит все время. Мама сказала. Кого, блядь? Ты чё, быканул, блядь? Меган слышала, как они спорили. Она очень расстроилась. Ей, блядь, лет нахуй сколько? 5? Она расстроена. Где там мелкая принцесса? Да ты охуел. Она же чуть не убила нашего брательника, блядь, ты видел? Меган так что... наверху. Посмотри, как она. Пошла. Если ты не слишком занята. Ну, ты падла. Либо еще что мне надо. Ну, быканул. Хоть что-то полезное это сделай, блядь. Я пошел, блядь. Да? Да, я ты пошел, а я, блядь, на кухню чай пить. Давай. Как раз в тему недавно вышла русская озвучка от фанатов самой первой части. Если надо, могу скинуть, запускать на эмуляторе PS1. Ебать. Нажмите, чтобы поднять, перемещайте, чтобы смотреть, нажмите, чтобы положить. А, ну понял. О, наконец-то они сделали, что я отпустил левую кнопку, он не кладет это, блядь, назад. Спасибо, папаша. Но я бы поиграл бы, да, еще бы в страшилки какие-нибудь потом. Чаечек будешь? Есть один, еще и ачивки есть, блядь. Я? Ну, но, потом, да. Ну, я ставлю чаечек. Кстати, пойду-ка я поставлю. Давай. Нет, это шутка была. Это тоже. Пишу. Нажмите такт пульсу. Левую. Кнопка может изменяться на правую. Во время сохранения спокойствия. Что? Чтоб ты понимал, теперь вместо S тут типа левая кнопка мыши. Скорее всего, поменять можно управление где-нибудь. Ну ладно, да пойдет. О, правая теперь. Что? Чё ты так батька-то своего боишься? Не знаю. Ой, можно два раза нажать и типа быстро идти. Типа, в смысле, два раза В? А я по мышке передвигаюсь. Во, я никак не передвигаюсь, чел у меня сам ходит. Своей сестренкой, ладно? Угу. Мама беспокоится. Ничего, Таня пошла. К ней сейчас Таня пошла. Попробуй сам такую семью вырастить. От вас бы сам дьявол сбежал, поджав хвост. Ау, блядь. Пел. Черт. Нажмите левую, чтобы переместиться. Нажмите среднюю, чтобы прекратить. Нажмите... Блядь. А, то есть тут передвижение нахуй не на В, а СД. А, блядь, на левую кнопку мыши? Ёбаный Рид. А если два раза, то ты ускоришься? Ебать, это нахуй... Что это, блядь? Ладно. Пойдет. Можно и так играть. Что? Что это, блядь? Ну что началось? Управление. Ты хорош рекламу крутить, блядь, 1/4 рекламы. У меня управление на стойках, на клаву и мышь.
Управление, мышь, геймпад, мышь и клава. О, все. Я ебал на то, конечно, какой-то point and click начинается. Да, это какой-то пиздец. Я, конечно, не против, но я против. О, ну. О, все, where is that? Вот это я понимаю контент. Нажмите, удержите, чтобы поменять предмет. Это я уже разобрался. Хоть отвлекусь от этого дурдома. Обязательное прощение для всех, кому интересны суды над ведьмами в Салеме в 1692 году. Салем. Так, а чё, смотри, ты его взять не хочешь? Чел. Чел? Ладно. Мысли рекламу. Какую рекламу? Чё, Вадя? О какой рекламе круто? О чём речь? Никитка, у тебя там какая-то реклама? Не, у меня, причём? Ну, ты чё? У меня нет, у меня отблок стоит. Ну? А у тебя, Вадь, не стоит отблок? У тебя тоже? У меня, блядь, что? Дай проверю. Потому что ставите свои расширения для Твича. Блядь. А-а-а, сейчас я гляну, Вадь, погоди. В смысле, в чем проблема? Ссылка, вот она есть. Чё, о чём речь? Не знаю, я ссылку вижу. Я ссылку тоже вижу. О чём? Вы о чём вообще, блядь? Не, ты, Вадя, говоришь про, блядь, рекламу, которая на стриме, именно на самой трансляции. Он не про ссылку на Silent Hill в чатике, который ты кинул. Она, это вообще не о том речь, я так понял. Ну, я не знаю, Вадь, почему у тебя включается вообще реклама на Твиче. Хотя ее не должно быть у тебя. У меня типа ничего нету. И у Никитоса тоже, я так понял, да? Отблок, все дела. Ладно, погнали дальше. Я, в принципе, настройки глянул, типа... По идее, не должно быть такой хуйни у тебя. Чё ты? Нажать. Оп. Да, на видимо, Новой Англии. А сзади? Музей Little Hope. 8 баксов. Нормально. Блять, камера, игра камеры здесь, конечно, пиздек. Блять. Блять, я еблан. Почему? Да там ебанутый туториал этот, блять. Имя ученика Меган Клар. Посещаемость. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Количество день не присутствует. Количество дней, которые она отсутствует. Не с опозданием. Что-то она начала опаздывать очень часто. Слушай, дядя. 18 опозданий. 7 прогулов. Что это такое? Чё началось-то, блядь? А, там сзади же еще что-то тоже, по идее. Оп. О, оценки. Да, блядь, переверни. Меган и вправду натворила дел. Ебать, у нее оценки-то. Ты это посмотри, нахуй. Ебать. Ну это прям очень плохо. Да, я понял, что такое DF. Это прям очень плохо.
Энтони, алло. Какой Энтони? Кто Энтони-то, блядь? Энтони! Да отъебись! Где тебя носит? Энтони, куда ты провалился? Да я слышу, блядь. Энтони, это уже не смешно. Да я слышу. Я в комнате на кухне, что ты Энтони, хочешь? Энтони, если ты мне сейчас не ответишь... Да что ты хочешь, я на кухне, дядя. Ты прав насчет моей семьи. Кого? Кто прав, блядь? Я согласна. Таня, что такое? Мерзавка меня закрыла, а тут не жарко. Кого? А ты не видишь, да, плиту? Вижу, блядь. Тихо, только это та херня, где еще хата сгорит? Спасибо за спойлер. Ну, я так понимаю, да, хата горит. Блять. Чёрт! А нахуй ты там закрылся, ты что, дебил? А? А зачем ты там закрылся? Да это, блядь, оно само закрылось, я захлопнул здесь. Блядь. Там птица ударилась, и я такой, не понял, что происходит. Давай, прыгай, я тебя поймаю. Да прыгай. Блядь, ты такой дебил или что? А где люди вообще? Тут очень легко всех похоронить. В смысле? Да вы чё, блядь, они в доме. Блядь, убежал куда-то, главное. Где, да куда спаси, блядь? Кто спаси? Я спаси? Ёбаный. Наверху! Да чё я-то, блядь, я один. На чердаке застрял. Лезь на балкон. Это не где ты? Да я перед тобой стою, блядь. Где ты? Ты чё, вообще не тут? В метре стою, блядь. Бля, батёк, сука, пьяный. Ушел. Да его вообще пихуй, да, блядь? На, блядь. Да вылазь давай. Да, дыши глубже, ёпта. Да, блядь. Ну, на пол и пополз, правильно. Сейчас мелкая всех спасет. Да, Меган. Да. Фокс. А как помогите, блядь? У меня даже действий никаких нету, я просто смотрю, как челы откисают. Ой, это я такие звуки издаю постоянно. Ебать, откис. Это пролог, тут, скорее всего, нельзя никого спасти. Я, да, но тут, мне Вова пишет, типа, тут можно очень легко всех проебать, а я даже повлиять не могу, блядь, на это, они просто откисают. На кого полную помощь, блядь? О, все, теперь я, блядь. Так, батя откис. Не-не-не, я помогаю Тане, до побачения, блядь. Ебать, она сгорела, пошла дядя. Пошла нахуй, девочка, пошла нахуй. Блядь, какой ужас. Энтони, сюда! Что мне делать? Прыгай. Или не прыгай. Не, в дом нельзя, по трубе. А еще чего, блядь? Блядь, ну в дом заходить, где пожар, это ошибка. Это критическая ошибка. Ты не выйдешь. Ты вообще дебил, блядь. Ой, какой ты клоун. Все ясно, блядь. Пошел ты, блядь. Откисай, все нахуй. Все, откисай, откисай, блядь. Там давай в доме своем, блядь. До побачення. А я тебе сказал, блять, по водосточной трубе сползать. А я тебе, блять, сказал. Скажи что-нибудь. Ой. Блять, ай. Как это, конечно, да.
Ну... Да, блядь. Что ты сделал? Мама! Хватит! Ну куда ты нахуй рванул? Ты чё, нет, ебанул? То, что я умер, окей, но вот ты вот сейчас вообще, ну, еблан просто. Ну да, я еблан вообще, блядь. Ты-то это понятно, блядь. Всё, качаем следующую игру. Да, да, всё. Игра закончилась, парни. Чатик, давайте без подсказки или давай туда, давай сюда. Я прочитал «Токни на трубу», блядь, поэтому пошел в дом. Но там все равно бы все умерли по-любому. Да, блядь, да ты по-любому бы выжил. Я бы тебя поймал бы, отвечаю, отвечаю, поймал бы. Я да бы ты прыгал, меня видел. Ты бы сломал себе руки просто все. Да, я машина, 2x2 метра, ты видел, блядь. Я просто комбайн, блядь. Кто такой Болтон, да, я прочитаю. На кинопоиске. Это чел? На кинопоиске. На заборе бы поймал. Как этого чела, да, Дэнни? Ба, пошел расколбас. А, Уилл Полтер это этот мальчик. Я понял. Который Энтони, да? Хопкинс. Понял. Да, вот этот чел охуительные истории просто рассказывает. Да, просто одна история охуительнее другой, да? Да. Ждем спин-офф, где он рассказывает анекдоты. Ну ладно, это... Мне вот выбор с трубой, я пробовал оба, нравится больше. Да там тоже смерть, но она настолько твистовая, что я аплодировал. Так это и логический выбор, да? Зачем идти в дом, который горит, блять? Ну да. Если можно хотя бы попытаться выжить. Ну по трубе она, понятное дело, оторвется по твоим весам, но, блять. Приветствую. Ладно. Мы ведь с вами раньше не встречались? Вчера встречались. Неважно. Добро пожаловать. Неважно. Неважно. Я хранитель. А я... Страж всех этих прекрасных историй. Охуительных историй. Да, я бы сказал. Рассказ именно для вас. Кому? Это кому? Мне? Это кому? Мне? Рассказик. Ну давай. Труба не оторвется, а что она? Она горячая, типа, блядь, или? Ну мы уже никогда не узнаем, все. Опа. Волнитель. Нет? Да. Уверен, да. Беспокоиться не о чем. Не о чем. Эта история пока не завершена. Но... Написана не до конца. И ваша ну да, можешь сказать, наверное. Ее закончит. Не, пиши. Да? Да? Без проблем. Да. Нет, на него вы не могли повлиять. Не могли повлиять что на пожар. Что случилось? Ага. Или нет? Не понял. Думаю, лучше смотреть в будущее. Не понял. Жизнь только тень минутная, да? Нет. Да. Не знаю. Сейчас вы посетите непонятный, так. Может, тревожный мир. Насколько тревожный зависит от того, во что вы поверите. Так. А насколько непонятный от выбранного вами пути. Есть бесчисленное множество направлений, по которым можно пойти. Так. Мы редко обладаем всей информацией, но мы должны делать выбор и надеяться достичь ясности, ну и желаемого результата. Вы вместе определяете исход этой истории, и действия одного затронуты другого. Ты понял, блядь. Так что, хотя вас и двое, вы вершите историю как единое целое, если понимаете, о чем я. Все ваши... Ебать тут смерть. Шарф зацепился за гвоздь, торчащий из балкона, нога соскользнет, она удавится шарфом. Пункт назначения в чистом виде. Охуеть.
Она была в шарфе? Пиздец. Ну, походу, я не да. Помню. Ну, да, наверное. Вадич, ты тут с нами? Алло, у тебя микрофон замутан. Ты там за рекламу что-то писал. Сейчас нормально все? А если у нее был шарф, почему она ебала свое не за... Ну, ладно, похуй. Там его намочить надо сначала. Пока не было больше рекламы. Но ты имел в виду именно рекламу, которая как видос, да? Просто типа 30-секундные, 15-секундные, все, да. Да это он просто сначала браузер включил, а потом у него уже плагины подгрузили, скорее всего. Причем 4 штуки? Ну ладно. Потому что вчера, я же ничего не менял со вчерашнего дня. Типа, вчера у тебя было все окей. Ну типа, мы же только стрим это, элемент сделали, все. Давай, давай. Давай. Ну все, заебись, тогда продолжаем. Ну да, все. Давай. Продолжим. Ебать, у меня такой стоп-кадр, ты бы видел. Да. А ты видишь. Ты думаешь, у меня другой, да? У тебя другой, да, разный сюжет. У тебя разные рассказчики. Тот самый, блядь. Вы можете изменить эту завязку, но зато можете повлиять на то, чем все закончится. Ну мы-то повлияем. Вы видели начало истории. Ну. Так много смертей. Сколько их еще будет, зависит от вас. От решений, которые вы примете. Угу. Вам ближе рацио, эмоции? Слушаете разум? Радио или мне не нравится, я не слушаю радио. Верного ответа нет. Иногда лучше одно, иногда другое. Позвольте дать вам один совет. Всего превыше верен. Будь себе. Кому? Себе. Тебе? Тебе. Но... Тебе. Я здесь, чтобы фиксировать ваши действия, а не помогать вам. Я ведь не должен вмешиваться. Подожди, это Джим Эндер. Это мое дело. Кого? Очевидно. Нет. А? Но мне позволено делиться с вами мудрыми изречениями великих рассказчиков прошлого, если так. Я посчитаю это уместным. Да, и еще кое-что напоследок. Так. В Little Hope есть картины, которые показывают возможное будущее. То, что произойдет, или же нет. Ищите, они могут помочь. Ну, это мы уже знаем из предыдущей части, да. Кстати, там было много картин, которые фейковые, я что-то сейчас только понял. Ну там типа, смерти когда, показывали. Когда и, типа Идрис Эльба стрелял в лодку, там вообще не было лодки никакой в игре. В итоге. У меня не было никаких стрельбы в лодку. Ну да, но это я нашел у себя там. У меня чел застрелился, и девочка вот эта на корабле за сердце схватилась. И это тоже, знаешь, повлияло, что я до пивка не бахнул. Потому что я так понял, что ей похуй. Но он застрелился. А, сердце, в смысле, когда кессонная болезнь? Да, из-за кессонги, да. Никто из собравшихся не знает, почему произошел несчастный случай. Библе? Но мы можем утешить себя мыслью, что семья теперь вместе. Навеки. Ну, спасибо, папаша. Что это, блядь, восславь солнце? Восславь солнце, блядь, сейчас вот медальон. Нет. Да. Да, орден. Охуительная текстура земли, вот этот вот снег. Неплохая. Ну, это без шуток, охуительная. Ну, неплохая. Да не, ну прям охуительная. Я думал, ты это с сарказмом говоришь. Ну, я же сказал, без шуток. Но с сарказмом. Блять, ну как тебе сказать? Никак не говори. Нормальная текстура, блядь, а заебись, как тебе сейчас сказать. Так, Эндрю, пиздатая 18 текстура. Лет, студент колледжа, тревога, отстраненность. У меня только сейчас это появилось. Студент сейчас. Колледжа. У меня все уже. Опа, отстраненность. Девочка. У меня, походу, пинг, да, 800, да? Да-да-да. Тейлор, 22 года, студент колледжа. Да подожди, ну что за спойлеры? Джон, 43 года, профессор колледжа рациональности властности. У тебя на стриме появляется, а потом у меня в игре, понял. Где ты? Не знаю. А играть-то мы будем, блядь, и сделаем у тебя. То есть я начну ходить, а ты еще грузишься, да? Хватит дурака валять. Опа. Не знаю. Кого нахуй? Чего вы от меня хотите? Позвоните. Отношения обновлены. Нам нужна помощь.
На экране. Что? Джон, блядь, подожди. Дэниел. Я уже пыталась, но... Ладно. Коллекцию персонажа. С можно нажать и увидеть, понял, как изменяются отношения, что? А, ебать, что это вообще, блядь? Ты вообще не тут. Мар... Ну, секреты были и в той части, они в да, через оно не вызывались. Ну, оно, но не так оно все выглядело, согласен. Ну, оно похоже так, было очень. Из-за девочки, стоявшей на дороге, водитель автобуса не справился с управлением, попал в аварию. Ну, это могители. Чего? Только там, я не помню, что показывали эти зрители, блядь. Как называется-то, кто едет? Моральные принципы. Что оно крутится, блядь, не крутится? Что это, нахуй? Стрелочка. Не, стрелочка, да это коллектор босс, это для ачивки все, да-да, забей. Так, а вот это смотри, что вот это вот, что вот это? Это отношения между персами. Маленькая девочка, это отношения между персами. Не-не-не. Открытки. Кого? Ну смотри, вот персонаж, я вижу да и хуй с ним. Ее отношения с щелами. И что? Блядь, нажимаю Escape. Ничего. И все. Да, это все было, но... Но оно не так выглядело. Эдрио, дружище, как вы? Где мы? Было. Что случилось? Автобус разбился, но все целые. Напугались только. Понятно. Я никакой аварии не помню. А, похоже, вы в шоке. Еще и сотрясение может быть. Вам надо прийти в себя. Мысли, у него хата только что сгорела, блядь. Автобус. Дядя. А ты вообще умер. Добродушие, защита. Где телефон? Были. И в Медане. Просто вы ни разу туда не залезали. Блядь, ну мог бы, кстати. Ну там не было, нажмите кнопку С, по-моему. Анжела. Какая... 48 лет, взрослая студентка. Взрослая студентка, грубость, понимаешь? Вот это она такая стерва, блядь. Как ты это понял? А я с ней побазарил только что. Я ей типа говорю, что ты как у тебя дела? Она говорит, пошел нахуй, блядь, сынок. Ебать, нихуя. Нет, ебаный, да. Я ей говорю, почему, как я нахуй. Дэниел! Кого, блядь? Шла она нахуй вообще, сука, блядь. В норме! И мы, кстати, я ты, Анманьер. Как вы там? Сойдет. Сойдет. Криминального. Эй, Джон, знаете, почему мы разбились? Из-за оленя. Не точно. Похоже, да, там олень на дорогу выехал. Что-то на дороге. Кстати, он с вами? Нет, не видели. Странно. Здесь его тоже нет. Можете сюда забраться? Подъем крутой. Но я вижу тут тропинку. Класс. Где водитель, идите, кстати, по ней. Выведет к дороге. Что? Где кто? Водитель? Встретимся там. Да, где ты исчез, они же это и сказали. До встречи. Где водила-то? Блядь, только я не хочу за бабку играть, не надо, пожалуйста. Блядь. А, все, у меня тут диалоги. А, Тейлор, помогите поднять Эндрю, пожалуйста. Стоп, я ничего не помню. Кто вы? Не страшно. У вас сотрясение, я Джон, ваш профессор в колледже. Мы ехали на экскурсию в автобусе, вот не доехали. Аварии в программу не входят. Найдем. А, у тебя сейчас, да, меню. Бля, я понял. Что произошло? Чё ты... Ну, я эти отношения посмотрел между ними. Понял. У меня так, с бабкой чувствую, уже минус-минус-минус отношения. Бабку спецом за руинем. Можете считать это упражнением на закрытие. Нажмите нужную кнопку, пока не стекло время. Что? А, все, понял. Фу, блядь. Образец командной работы. Мне снился. И кнопки не было, понял? Никакой, блядь. Потом появилось, и я... Нас такой... окружал огонь. Все. Я сфокусирован максимально. Тропа, которой пошли остальные, ведет на дорогу. Встретим их там. Давайте это обсудим. Уходить глупо, удобнее подождать. Мне кажется, бабка, она специально сделана, чтобы... Чтобы бесить? Лучше будет найти... Ну да, ну типа, что ей не скажешь, она... Типа, сынок ебаный, заткнись ты, блядь. Вот так, просто. Они бы переедут, дружище. Если ждать здесь, рано или поздно, кто-то лучше, блядь, как бы там? Поспорить. Чего нахуй? Расслабьтесь.
Я просто по темноте не хочу шариться. Он как раз поступил разумно. Пошел в город за помощью. Кто он-то, блядь? Я сто лет обижал, чтобы это написать. Я прав? Чем быстрее найдем помощь, тем раньше вернемся домой. Вы держитесь рядом. Я себе. Я переобулся, короче, в процессе диалога 3 раза, походу, блядь. Нажмите А, чтобы двигаться. Куда? Нет, не нажму. ВСД буду. Все. Короче... Да, водитель, взял и свалил, а мы остались. Держите шифт, чтобы двигаться быстрее. Может, он не понимал. Шок у человека. Мы его посадили. Нажмите, удержите. Кого, блядь? Как это взял, это право, ушел. Чтобы камеру двигать. А левое это чтобы фонарик. Подожди. Камера. Ёбаный врит. А, так можно, короче, 2 зажать кнопки и фонариком еще будешь светить с кайфом. Бля, ну это понапридумывали, конечно, бля, 10 тысяч. Дэниел, Санджел, и скоро будут... кнопок. Отдельная кнопка для того, чтобы светить фонариком, отдельная кнопка для того, чтобы поворачивать голову, блядь. Помню, когда проходил ради ачивки, только решение сердца изрядно поугарал, когда Тейлор профессора троллит. Как как Тейлор? Рад вас видеть. Наконец-то. Все в порядке? Да. Мы любовались видом. Алло. Ясно. Вы не особо торопились. Мы ебались. Я волновалась. Ах вы, блядь, крысы. Конечно. С тобой на понятно. На воротах цепь. Не пройти. Поищите. Может, мы сможем чем-то сломать ее? Да. Нет. А профессор это кто? Это Джон? Нет. Профессор это вот. Готов. Темненький в очках. Я буду толкать отсюда. Готов. 3, 2. Ясно, нажимайте, сколько не стекло время. Вот это я понимаю. Молодцы оба. А если бы мы не справились, то что? Лом бы, блядь, сломался. Ну, типа, если хотите в город, идите, а мне на вас пиху и засуньте свои очки себе в жопу. И что теперь? Бля, вообще, город, искать помощь. Вот первое правило, блядь, никуда город? Не пиздавать, да, от места, блядь, крушения или что там у них, аварии и так далее. Не поверите, но у Little Hope и правда мрачная история. Давай, может, тупой, сразу, блядь, пойдем? Без ваших нудных лекций. Слушай, а ты начинаешь меня раздражать. А мне пиху. О, это еще ерунда. Продолжать? Бабка, блядь, где она? Немного манер. Это просто. А, я за бабку говорю. Да, да, ущемлен, да? Я не понимаю, когда ты за кого играешь. А ты всегда за спину парня прячешься? Сука. Попробуй сама за себя постоять. Ты чё, бабка, блядь? Я не собираюсь с тобой больше спорить. Тебе ебать? Хватит? Нам тут без тебя проблем хватает. Что ты лезешь не в свои дела? Знаешь, что я тебе на это скажу? Ну. Ты права, извини. Ты слишком много о себе возомнила, деточка. Ой. На покашлял. Все, до побачення, блядь. Ой. До побачення, блядь. Что ты задохнулась? Понял, блядь. Я просто делюсь своими наблюдениями. Это не запрещено. Вот только меня это бесит. Блядь, мы ее сейчас... Мы, кажется, ее спидим еще, блядь, на дороге, да? Пожалуйста. Сука. Думаешь, это хороший план? Идти в город? Почему нет? Я, конечно, уже согласилась, но что-то не уверена. В чем проблема? Что предлагаешь? Может, вернешься со мной к автобусу? Нахуя? Окей. Нахуя? Я не хочу. Я не хочу. Я настаиваю, что разумнее будет держаться вместе. Сами спасибо скажете, когда мы поймаем попутку и спасем вас всех. Какую а нахуй ты попутку? За гермафродита играешь, да? Почему? Ну, вот это слева. Ты за девочку эту, да? Девочка-мальчик. Заблудились? Нет. Нет. Чё, по кругу ходим, ебать? Опять тут? Чё? Как это возможно? Ау. Какая-то странная херня творится. Боже, то лишился гордости, то дорогу не найдет. Ебать, ты она тебя душит, а ты за нее отыгрываешь. Ты голову потерял. Так не бывает. Не знаю, что вы пытаетесь доказать, но у нас есть дела поважнее. Дэниел! Эй, осторожно! Аккуратно. Хватит прикалываться! Что тут вообще происходит? Мы пойдем вдвоем. Это уже не смешно. Подыграйте мне.
Я еще не понимаю, что происходит. Я вообще нихуя не понимаю, что происходит, да. Подыграйте мне, блядь, мы вдвоем. Диалоги Тарантино, блядь. До этого они и так шли вдвоем. Подыграйте мне, чё? Что? Я в другую сторону шла! В смысле, вы вдвоем пошли в одну сторону? Выхода нет! Почему я шла, если мы шли? Я не понимаю. Точно. Так и, блядь. В противоположную сторону. Почему мы снова здесь? Потому что это змейка. Ладно, змейка, блядь. Пойдем все вместе. Мы пришли оттуда, значит, сможем туда вернуться. Да. Очень прошу, держитесь рядом. Не отставайте. Блядь. Хотите, чтобы мы гуськом какой шли? Кек. Ладно, ладно, иду. Тебе не кажется, что это должно было бы происходить еще в паре сцен? Ну, чуть-чуть больше сцен должны были добавить в игру, чтобы это было немножко логичнее, не так, блядь? Ну, я вообще не понял. Это вообще какой-то пиздец. Да, мы пошли вдвоем, подыграйте мне. Я пошла одна, разойдемся, мы разошлись, мы пошли в разные стороны, блядь, что нахуй? Чего, блядь? Бебра, я беда за башкой. RTX, кстати, вот видишь? Ну, красиво. Ну, да. Красиво. Красиво. У меня еще весь экран заплеванный, блядь. Еще красивее. Тоже RTX. Красивее. А, слышишь, мы реально вышли впятером в том же месте. Ну, я же говорил. Как я и говорила, это ловушка! Отсюда не уйти! Что нам делать? Хватит. Успокойтесь, дышите. Тут должно быть разумное объяснение. Может, мы погибли в аварии? Да, хорошая теория, но я уверен, что мы по-прежнему живы. Вы вроде писательское мастерство преподаете, не метафизику. Я знаю. Метафизика — это не наука. Это все из-за вас и этой дурацкой поездки. Мы застряли в этом Little Hope! Вы забываетесь. Я не мог знать, что автобус перевернулся. Метафизика, запрещенная в Российской Федерации. Ну ладно. Не унести. Следите за тоном. Я пытаюсь понять, что происходит. Так же, как и вы. И ебать, все остальные. Он начал говорить, как будто бы, знаешь, в рацию. Да, да, демон. Демон. Злость, извинения. Я терпела. Простите. Не понимаю, что происходит. Я услышал в нем голос демона, все. Все, как я тоже сказал, мы застряли в кошмаре. Ой, в тебе тоже. Все будет хорошо. Мы вместе найдем выход. Кто-нибудь думает, что справится лучше? Да хули ты орешь, дебил? Может, это глюк? Ой, нам ебать, нужно выбраться. Мы все демоны? Да. Можете все заткнуться. Ну, давай, чел. Так мы не найдем помощь. И не выберемся. Он прав. Взаимные обвинения ни к чему не приведут. Нам надо действовать сообща. Почему? Спасибо. Используем логику. Туман отделяет нас от автобуса. Но логика между нами наука и городом тумана нет. Значит, пойдем туда. В чем смысл? Удаляться от автобуса! А хули ты орешь? Смысл? Блядь. В автобусе нет ничего, что может нам помочь. А в городе будут люди, телефон, что-нибудь. Больно признавать, но он прав. Кроме долбанного города нам больше некуда идти. Вот. Я смотрю, блядь, вот ей 50 лет, блядь, я ни разу не слышал, чтобы человек 50 лет говорил слово долбанного. Все, я, извините, я, блядь. Ты все, да? Может, да? Хотел предположить, но... Ты уходишь? Куда это ты? До Давай, дому. Пойдем с ними. Пока все не поймем, надо быть вместе. А, я за девочку играю, ты за кого? А ты за бабку, блядь, или за кого? Я за бабку. Так, я сам с собой посрался вначале, понял, а сейчас я... Биполярочка, так тебе нахуй надо, блядь, Почему чел. Почему ты сказал, что мы умерли? Думаешь, это возможно? Я в передаче видел, что мозг какое-то время работает, когда ты... Опа! Умираешь? Мозг работает. Так, я ладно, я, блин, вы ебитесь. Давай, бы. О, все, я реально ушел. Камера, у меня сзади кошка. Слышишь, сзади кошка, дядя. Ну что, мы же не видели, как она переходит дорогу. Вот, она перешла. Я не видел. Я видел только что, я тебе сказал. Ой, можно правый...
место. Может, правой кнопкой камеру уметь крутить? Да, так я же тебе сказал, левый, блядь, фонарик, а правый фонарик. Камеру. И зажимаешь две кнопки, слышал, да. Ты зажимаешь две кнопки и сразу же все крутишь. Да, у нее ебало, как у аборигенки из «Игры престолов», я немного, мне кажется. Да не. Надо проверить. Да. Внутри да может быть телефон. Да. Да не. Ну вот сейчас в кадре было похоже. А сейчас давай. Нет. Сейчас нет. Мы за тобой. Мы за тобой. Почему мы не идем с ними? Ты, блядь, сказала, мы за тобой. Я уверен. Мы правда сейчас это обсуждаем? Как будто у нас нет других, более важных проблем. Это правда важно. Как минимум для меня. Говорю тебе. Анджела все знает. Стоп. Блядь, что за хуйня? О чем вы с ней говорили? Она искала повод для сплетен, как обычно. Пусть думает, что хочет. Ее это с ума сводит. Да и этой бабке лет 50, кому не похуй. Я еще не готова рассказать о нас. Но уже скоро. Ты, у тебя тоже диалог с Тейлор сейчас идет? Или у тебя что-то другое? Ты поняла, я опять бабкой хуярю всех просто. Блять. Мне нужно знать, что на тебя можно рассчитывать. Я просто путаю, за кого я играю, типа, блядь. Получается, я хамлю всем. Да-да-да, а потом за других героев ущемляешься. Скорее всего, она вернется. Бля, у меня такой здесь кринж-диалог сейчас был, это вообще пиздец, ты бы это слышал. Будем тут всю ночь стоять, или войдем? А я тебе не расскажу. Ну ладно, это ваши дела. Да. Вот тут взрослые люди. Опа. Копье. Ну нет, там. Это чё, блин, с первой части? Одноглазый. Водитель? Нет. Он водитель. Тёмненький. В смысле, это не водитель, блядь. Это водитель. Тот бандит, нахуй, француз. Ну да. Так почему ты взял, что он водитель, блядь? Нет, это наш водитель, нет? Нет, наш водитель, этот, как толстый чел. Олсен, как да Олсен. Это одноглазый пират, блядь, из первой части, да. Дядя. Мы ищем водителя нашего автобуса. Я и говорю, Олсен. Видели его? Это просто... Это смешно. Незнакомец. Тот же актер. Тот же актер-незнакомец. Что с этим туманом? Он странный. Да, сегодня затянуло. Затянуло и не дает уехать. Да, знакомое чувство. Давайте осмотримся. Может, телефон найдем, например. Да. О, смотри. Ну, сыграем? Да, сейчас бы в дартс поиграть. Ты хочешь накидать дротики? Блять, та же моделька. Да ладно тебе. Тот же актер. Десятку. В центр не попадешь. Попрощайся со своими денежками. Вот это я понимаю, настрой. Она тебе, чел. Начни с цели попроще. Например, с двадцатки. Я не стал пить. Используйте мышку, нажмите. Блять. Кого пить-то нахуй? Есть. Что ж, новичкам везет. Давай, дабл 7. Оп. Ну, хоть со зрением проблем нет. Ну, супер. Попробуй теперь в яблочко. Да, легко, ебать, дядя. У тебя слова с делом не расходятся. Странно, да? Застряли тут с ними из-за тумана. Что думаешь об этом? Могло быть и хуже. Не знаю, но ночка выдалась хреновая, это точно. Могли и разбиться вообще. Ну, типа, насмерть. Без имен? Но кое-кому здесь не помешало бы сбавить обороты. Что думаешь? Может, и найдется. О. Анжела бесит меня. Я на бабку тут нагоню. Чего она все время лезет не в свое дело? Не думаю, что это со зла. Вот теперь я за этого чела играю. Знаешь, пойдем к остальным. За какого ты чела? За Дэниела? За этого. Застрял в своем. А, за профессора? Угу. Доска для дартс. Я когда-то неплохо играл. У нее трудно выиграть. Большой талант. Да, поиграйте без проблем. Я пойду осмотрюсь.
Ебать, до свидания. Помойка какая-то. Вообще ничего полезного нет. Вот тут соглашусь. Чем скорее мы уберемся из этой дыры, тем лучше. Сыграем немного, а потом подумаем, как отсюда выбраться. Давайте большой Понятно. Дабл и... Я не новичок, Дэниел. Ты там играешь в это вот? В дабл 20. Дартс? Понял тебя. Я тут пока поисследую все. И чё, где надписи, блядь? Чего? Ладно, что-то вы можете. Боже. Все еще завершилось голосованием за росвоченная волна конфискации имущества, обрекает город на погибель. В понедельник последние жители Литл Хоуп собрались в здании городского совета, чтобы встретиться с антикризисным управляющим Кэти Квин и проголосовать за роспуск администрации. На Олимпийских в дартс не играют. Так, после раскрытия... После закрытия текстильной фабрики и последовавшего массового отъезда жителей города, его казна практически опустели. А ДТП, блядь. Давайте вернемся к нашей цели. Лишившись налоговых поступлений, мы вынуждены... Распустить администрацию. Ну, ладно. Закрыли фабрику, блядь. Денег нема. Бедолаги. Кто в июне 1917 года? Охренеть. Ну, фотография. Я реально хочу свалить отсюда. Подожди! Дядя! Там... Там ты? Там моя они. Фотка? Нет, там наши герои. На фотке. Дай фотку. На. О, да. Посмотрю. Ну на, на. Ну бери, ну бери. Ну чего ты встал? Ну, чего встал? Не знаю, думаю, брать или не брать. Посмотри на задней этой стороне, там, блядь, челы наши. Может пойти? Да, блядь. Я не успел посмотреть. А, у меня катсцена, типа, я запустил? Да. Уйдем отсюда и... Да подожди. Да я ничего, я не это вот. Вы слышали? Да, точно слышал. Что-то. Вы... Это тоже слышали? Это... Вилледж? Эти звуки... Не слышали, а до сих пор слышим. Типа, ну, слышите. Здесь нет ничего полезного. Вилледж. Все равно надо идти. Вилледж, деревня. А, Вилледж это этот... YMCA. YMCA. В поисках и всем прочем. Да. Ну давай, ББ. А здесь никого нету. Это все были призраки. Подожди, я не так кидал их, блять, дротики, what the fuck. А кто их забрал? Ну, этот незнакомец. Я понял. Незнакомец забрал их. Black Cat забрал. Бар. Black Dude. Black Dude. Старый пидор от нас закрылся? Блять, осуждаю! Ой, осуждаю! Это чё нахуй сейчас было? Зачем переть в эту... Ебать, нихуя себе! Незнакомый пидор! Незнакомец! Кого что было, блять? Осуждаю, чё за хуйня? Фотку заметили, но я не успел её посмотреть, например. Ебать! Нихуя себе! Я такого не ожидал! Это все враг, блять, я даже не могу придумать чего. Блять, GTA RP. Какой кошмар. В смысле? Повтори. Не-не-не. Сука. А че он сказал? Делать нечего. Да, да, он сказал, что он не очень, не очень. А почему не очень, не очень, даже очень? Или очень, очень, может, не, ну, и учитывая ее характер, она подразумевала не очень. Ты знаешь. Ну я же играю за нее. Но. Она плохой знаю. Персонаж. Мы должны ее убить теперь. Ебать красиво, ты посмотри. Ты посмотри. Можете постараться не отставать. Сейчас баллонник так выглядел. Пусть не отставать, блядь, я еле иду. Не отставать, подожди, блин, я. Ёб твою мать, я обосрался! У меня на весь экран эта хуйня! Какая? Блять, ноги! Я ж руки отпустил! Я отстал! Видишь? Блять, у меня тоже, я ж, блять, руки от клавы убрал, ебаный. Все, забей, стой, я бабка, умер стой! Сейчас. Бабка, умер. Стой, я рядом! Эндрю, ты можешь подойти? Куда, блядь? Подойди, подойди. Да я поеду, мне страшно, бабка, отстань. Да где ты? Да отстань, Эндрю, где ты? Ты видел, да, девочку? Да я, блядь, видел ноги. А я сначала ноги, а потом девочку, я обосрался. Твою сестру я видел, понял?
Да, да, расскажи, блядь. Может, это водитель? Как сказать? Вот, я видел ребенка. В тумане ребенка. Чего? Что ребенку делать в лесу посреди ночи? Ну? Ебанутая. Да тут нет такого варианта ответа. Я точно знаю, что видела. Да бабка, блядь, успокойся, ты головой стукнулась, когда... Я никого не вижу, дядя. Я никого там не вижу. Ну ладно, я пизжу, я видел. Ну ты спиной видел, как бы, ноги. Блядь. И мы этого не видели. Блядь, и мы в этот момент развернулись, да, тайминги? Дядя, беги. Ты слышала? Беги, блядь. Что это такое? Блядь, посмотрим. Супер, отлично. Мы в ужасе. Кто здесь? Кто бы а нам был, не дают бежать. Не да беги, блядь. Где вы? Блядь, я нажимаю ФСД, мне похуй, я бежал. Шип, давай, блядь. Беги, блядь. Где вы там? Это не смешно. Сейчас бабку ой, давай еще погромче мне по ушам долби, блядь. Блядь, до побачения. Давай, бежим, бежим. До побачения, до побачения. Ой, что у меня 20 FPS, все, блядь. До побачения, я ушел. У меня 120, я по дороге дальше, все, пока, нахуй. С букетом и... 32 FPS, пиздец. 170? Дебилы, бегите, блядь. Что это? У меня кто-то поет. Слышишь, что что-то есть? Костя, да. Подойди, подойди. Посмотреть. Ну давай, возьми, да, возьми всю хуйню. Ну я смотрю, ну подожди, забей, блядь. Забей, забей, все. Посмотри, посмотри, да. Сюда. Прогноз начался, блядь. Ватя, пожалуйста. Что это такое? Что-то, блядь, верный прогноз позволит. Подожди, за секунду надо проголосовать. Зафидят бабку. Сейчас отвечу, да? Нет, не зафидим мы бабку. Да, я за да. Блять, ну и стрём. Я бы, конечно, хотел, чтобы все выжили, но я, блять... Я сделаю все возможное, да? Это же рандом, тут нету логики в фильмах, типа, нету логики. Это просто, типа, главное знать. И чего? Охуеть, сыр-косичка, блять. Какой нахуй сыр-косичка? Опа! Чего? Блять! Ёбаный скример! Забей. У тебя это было сейчас? Мое сердце, блядь. Да. Сударь. Сударь! Кого? Я не знаю, там... Я не выбирал там. Я просто «да» нажал. Я Эндрю. Эндрю. Эндрю? А твое имя, госпожа? Сударь, блять! Анжела. Меня называют Мэри. Я сама ее смастерила. Какой кошмар. Она как та, что подле вас. Соизвольте поиграть со мной. Блять. Вот я и говорю, что не очевидно, но все рандомное. Я еще ванну иду, смогу только слушать, если зафидят, скажете ок, ок. Я ничего не сделала. Умолкни. Я вижу твою истинную суть. Чего? Преподобный Карвер не станет ратовать за тебя, прознавши, что ты якшалась с дьяволом. Ой, это украинская мова, я не понимаю. Да-да-да-да-да. Я все понял. Здесь были еще люди, у костра. Че нахуй вообще происходит? Блять, у тебя тоже схватили меня за руку, типа, и бабка эта стрёмная появилась? Ну, монстр. Или у тебя этого не было? Мы лежали у костра. Блять, мне до этого. Я ничего не помню. Из-за невозможно густого тумана. Давай. Расскажи. Бабка, говори, блять. Блять, ну знаешь... В смысле? Что знаешь, блять? Че ты бьешься? Они подумают, что я ебанутая. Или, может, нам только это показалось? Ты че, блять? Может, вам это привиделось в тумане? Мы все на пределе. На пределе? Как же? Я видела танцующую девчонку. О, видишь, а теперь бот без тебя, блядь, сделает правильные вещи. Она выглядела как девочка из моего сна. Кого сна, блядь? Но говорила со странным акцентом. Какой это был? Не древнеукраинский. Во что это мы вляпались? Пиздец. Вот, меня схватила бабка, я тебе говорю. Так это Фредди Крюгер. Я его сейчас смотрю, да, но
Это точно оттуда? Она... Нет. Вряд ли она этого хотела. Охуеть. Она поиграть хотела с нами, она же сказала. Вы шутите? Ну да, да, пойдемте, да, поиграем, ага. Давай, давай поиграем. То-то же. Фонарик дали. Блять, у меня, когда мы подошли к этой хуйне, взяли куклу, меня схватила какая-то бабка стрёмная за руку. Тебя этого не было на экране? Не, я не видел. Пиздец, у меня аж, блять, я аж дернулся. Или я забыл. Я не помню. Не знаю. Так. Это он поет. Да-да-да. Акапелла просто. События резко обострились. Все, что мы делаем и чего не делаем в жизни, рано или поздно ведет к последствиям. Так. Согласны? Согласен. Не смотрите так. Я не могу помочь. А я вообще на второй экран смотрел, блядь. Че, подсказка? Вот я сказал, не смотри. Иногда мы радуемся, очнувшись после тревожного сна. Может, без подсказок от хранителя? Ну, мы прошлую часть без подсказок прошли, по сути. Ну, я бы не брал подсказки. Вчера, блядь, давай подсказки, давай. Но мы их не взяли. Да, потому что я был против. А ты потому что АФК был вообще на первом выборе, блядь. Нет, на последнем. Ну ладно. Их вообще два было, по-моему. Или три. Или три. Ну, зловещие силуэты в лесу. Призраки прошлого. Девочка, попавшая в беду. Ну, попала. Или она и есть беда. Беда. Угу. Кто знает. Анжели не удается посплетничать с Тайлором. Он спиздил винилы этого чувака и поставил сейчас в себя. А что же Джон? Да, кстати. Да какой там? Он лишь кажется таковым. А еще Эндрю. Головой стукнулся. Думаю, он сбит с толку. Но он ударился головой. Ну да, так и было. Будьте спокойны. Некоторые ваши решения в будущем принесут плоды, а некоторые окажутся прискорбны. Мужчина в баре. Проку от него было мало, как по мне, слишком невозможно. Сказала девочка, не мужчина. Что-то явно беспокоило. А муж? Не мужчина. Хватит. Слова не мальчика, а мужа, да, вот это, блядь. Возможно, люди в беде. Идите так. Же, развейте этот туман, отыщите водителя автобуса. Да отыщем, блядь, не ссы. А подсказка? Ты крыса? Он крыса? Ну мы настолько охуительные, что он решил, что забейте. Что он сказал, типа, блядь, ладно, ну все, блядь, играйте, да, умные такие, они, смотрите на них, блядь, да? Ну. Ну да, и что? Ну да, и что? Ну и что? Ну да. Что? Алкоголик завязки. Я, кстати, не пил, да. Ситуация тревожная. Мы с этим справимся. Ага, блин, тревожная. Этот этап мы уже давно оставили позади. Что там произошло? Ой, я играю теперь за кого? Напугала до усрачки. За этого? Нет, я за мужика. Я теперь профессор. А вы где вообще, ебать? Подожди. Костер. Что? Мы вообще в разных местах, нахуй. А, не, забей, нормально. А какой, блядь? Справа, слышал? Не, у меня тут приколы. Ты Эндрю, да? Гарфилд. Я женщина. Как Анжел? Всегда, блядь. Бабка? Блядь, соболезную тебе. О, что-то хрустнуло-то. Опа, ебать. Что там? Что там? Посмотри. Пистолеты. Покажи. Дожди, пистолеты, блядь. Покажи. Видение. Как мне, блядь? Что делать? Да как прекратить-то, ёбаный рот? Покажи. На, посмотришь? Да, давай. А, возьми, сейчас ты. Посмотри. Опа. А, хуйня там, неинтересно. Ебать, черепок. Так, видение. Это наш водитель. Это наш водитель, слышишь? Да? Да. Слышала. Ой, тут, короче, какое-то животное. Это мелкое ночное животное. Ничего ну, этот, блядь.
Блять. Кто там нахуй, блять? Енот, блять, сейчас нахуй нападет, блять. А что делать-то, блять? Я не понимаю, что. Тут нахуя енотов, если что. Может, дом обследовать? Я не смог подойти к нему. Ну, я тогда погнал дальше. Ну, давайте. Светится машина, типа, фонарик вот этот светится. Идем дальше. Дальше? Да. Нет? За мной два бота идут, значит, дальше. Опа. Свечу. Ну, обычно вот идти по столбам, по фонарным. А, ну да. Ну да, там фонарный столб как раз. Все, до побачення. Че, устали-то? Че стоим, кого ждем? Так мы не видим, да? Вот и олень. А вот и девочка. Это зверюга. Я понял тебя. В смысле? Понятно, невидимая стена, да? Че, блядь? Это сцены, нахуй. Да обычный олень был. У меня-то он два раза повернулся сейчас. Обзор получше. Где, а может, нет? А может, куда она? Пошел ты, блядь. Куда? Направо? Куда сюда? Ты пошел, блядь? Вернись. Сюда? Вернись, куда иди ты пошел? А, ты дед. Я дед, блядь. Блядь, ну... Куда он пошел, еблан? Не знаю. Что-то смотреть, подожди. Ghost Towns. Кто пишет? Города-призраки. Северо-восток, Little Hope, город, который вернулся из перевода. Держишься? Напряжение широких масс, выполненное городом языка, словают оба заброшенные хижины, мимо которой катится перекати поле. Что с нами произошло? Таких городов различаются причины. Лесозаготовки, мурный помысел. У меня нет абсолютно никакого объяснения. Ну да, закрылась школа и даже церковь, оставив лишь безлюдные развалины. Ну ничего. Что он сказал? Заброшенный город. Окружающие его леса продолжали привлекать любителей экстремального спорта. Пещеры... В ущелье Хоба отлично подходит для ледолазания. Надеюсь. Я лучше отношения с этой бабкой, блять. Ну и ладно. Улучшил? Да. Хорош. Эндрю, ты же есть эта бабка. Ну да, с Эндрю я повыше. Опа. Блять, что там, что там? А вот ты украинец. Где? Ну вот он с чупом, блять. Ты не видел? Где? Внизу там с чупом. Казак, блядь. Я ничего не видел. Ты видел? А может, это был я? А двигай, блядь. Да как пройти-то? Лизия ебаная, блядь. Тебе. Да. И встал, блядь. Пошли. Давайте по встречке ударим. Ёбаный Рид. Об каждого NPC-шника ударился в этой игре уже я. Ой, дом справа, слышишь? Заспавнился чел. Где? Да этот дурак. Эндрю все время спереди шел. Ну, не, ну да. Дом справа. Блядь, сзади. Ну, страшилка. Тереться об Тейлор? Нет. Давай я буду тереться об Тейлор. Ой-ой-ой. Ко мне, быстро. Что? На нас что-то смотрит. Слева. Ну давай, я пойду посмотрю. Не надо. Я иду, блядь. Не надо, похуй. Не надо. Не надо, да, блядь. Блядь, с этим управлением нахуй просто. Иди лучше сюда ко мне. Блядь, ну музыка страшная, не, забей, страшная, я не пойду иди. Посмотрю. А, там невидимая стена, забей. Музыка страшная, лёп. Не надо туда идти, блядь. Управление просто каловая масса. Ну это просто. Масса, да. Когда камеры меняются, я типа попробую переориентироваться. Пиздец, да что вы, блядь? Я иду вперед на мост. Бля, какая жуть нахуй. У меня есть геймпад. Да, но это... Там что-то впереди. Little Hope написано. Средняя школа. Founded 1890 год. А куда? Идем уже. Куда? Согласен. Блядь, охуеть. Смотрите! Стой. Стойте! Стоп! Кому, блядь, стоп? Нам, им, ей. Просто к сведению. В ужастиках именно так все и происходит. Блядь. Что нам теперь делать? Подойти.
Так, я разберусь, дядя. Я разберусь. Ждите. Не знаю ему все. Я свинил перса, парни. ГГ, извините. Бабка, помоги. Бабка, помоги, блять. Стойте, я пойду с вами. Все, отлично. Она со всеми на вы говорит, а они с ней на ты, блять. Почему? Потому что неуважение. Да. Все, до побачення, блять. А почему они все не могли пойти? Эй, вы двое! Вы двое, как будто он не знает, с кем говорит, типа. Это нехорошо. Я погнал, до побачення. Ой, это фильтр поменяли. Да, сепия. У меня нет фонарика. У меня фонарь сломался. Охуенно, блядь. Ну пойму, брата, забей хуй. Да идем, блядь, за мной. Эй, Джон! ГГ. Ой, опа. Все, все, пока. Все, бубы, блядь. Опа, свет. Раз, это я. Два. Кто-нибудь? Где ты? Блядь. Эй, что за... Джон! Ебать. Угодно. Кто ты? Что ты здесь делаешь? И вопросом на вопрос, да, блять? Время ничего тревожно. Нет, подождите. Не подходи. Это бабка? Это ты? Это ты, это она? Или что, блять, я не понял. О, боже. Да нет, вроде. Или да? Боже, молю тебя, избави меня от видений. Что вы? Этого что? Не может быть. Чего не может быть? На меня. Ты мне не супружник. Чего, блядь? Че? Ну, амиши, да, ну и что, блядь? Нихуя что? Не понял. Пойдем в город. Или понял? До него недалеко. И там мы скорее найдем помощь. Вы в порядке? Это был ты? Бабка. О, я совсем не в порядке. Я в ужасе и сбита с толку. Я видела в тумане своего двойника. Я ж тебе говорил. Что там случилось? Из тумана появилась женщина... А что же я сказал, блядь? Салема. Она что-то бормотала на непонятном диалекте. Салем, я же говорю город Салем. Да. Она выглядела, я не знаю, что такое Салем. Как такое возможно? Вы делаете из мухи слона, Анжела. С меня хватит. Похоже, туман не даст нам направиться никуда. Сейчас, подожди секунду. Ну, давай. Что? Когда мы были в тумане, ты сидел и говорил, типа, ебать, это ты, типа, это твой двойник. А я сидел и говорил, типа, я не понял вообще, это не я, какая-то женщина просто. А сейчас твой персонаж говорит то, что, типа, я хуй знаю, что это было, а мой персонаж говорит, твой персонаж что это был говорит, я, типа. Что это был ты, да, блядь. Да, я такой, ну ладно. Игра. Да, да, да. А ты говорю, это РП, блядь. Центр города. Туман решает, куда нам можно идти. Хрен там. Поищу другой путь. Кстати, среди нас нету. Нет, мне нам нельзя разделяться. Вы что, ужастики не смотрели? Никогда нельзя разделяться. Ужастики? Фигня. Только что, блядь, разделились. А я пойду туда и без вас. Может, разделяться все-таки не стоит, Тейлор? Туда я точно не пойду. Я ж Джоном. Давай, бабка, со мной. Что такое Эндрю? Эндрю это пацан, который еще сказал, что он... То есть ты хочешь сказать, что она одна пойдет вообще, это Тейлор, блядь? Да и пошла. Я с Эндрю. Город недалеко, так что пойдем все вместе. Тихо, бабуля, тебя не спрашивают. Все, тайм-аут. Давайте успокоимся. Подумаем, как лучше поступить. Если разделимся, охватим больше. О, я да. С Тейлор. Все, ясно. Хватим чего, пиздюлей? Больше пиздюлей, да, хватим. А мы ведь все этого хотим, да? В смысле, выход, блядь. Что ж, вы правы. Если откуда вы выход? Из тумана, из тумана. Мы же не в лабиринте каком-то, блядь. Ты ложку. Заперлись нахуй. За нами. Выход, блядь. В чем наша цель вообще? Выбраться из тумана? Там за ну вот идем по дороге, все. Но вы пошли назад. Ну кто вы? Да? Они. А, я за этих, блять, и я за этих дебилов играю, которые пошли назад, блять. Ты за девочку играешь? Я за... Мы Миллеров играю. Не знаю, что там. Подожди. Но не кто? Собираюсь торчать тут и выяснять. За мальчика.
За Эндрю? Пиздец. Да. А я за этих двух дебилов, которые пошли фидить. ГГ, ясно. Все, до побачення, блядь. У меня тут девочки бегают, блядь. Все. Я, блядь, я пошел фидить. Ебать, дед, ты че нахуй, дебил? Я пошел фидить. У меня тут... Ерунда, уверен. Это пиздец. Я нахуй пошел в заброшенную школу. До побачення, блядь. У меня тут ебланы. У меня девочки бегают. Нет, не вариант. Даже если ты перелезешь, у меня никак не выйдет. Зачем-то спрыгнули вниз от велосипеда. Я не фанат школы. Все, пойдем. Что произошло, блядь? Вроде тут нет прохода. Сейчас он, этот, кажется, черный мужик приедет. Наверное. Да ладно. И правда. Мы сами решили сюда пойти. Найдем другой путь. А зачем идти в заброшенную школу? Блядь, у меня на мосту девочка стоит. Ну ебаный, брат, ну что ты делаешь? Зачем идти в заброшенную школу? Ел. Никита, озвучивай, чего там у тебя происходит, ты же не онлайн. А, ну... Я, конечно, могу включить, если это... Можешь озвучить прямо так все, что там происходит. Игра это называется, блядь, Little Hope. Okay. Говори, что происходит, хотя бы, чтобы я понимал. Мне говори, я, блядь, мне. Я тебе сейчас расскажу. Этот еблан. Так. Чё, ну мы пошли на... Как это хуйню? Чё? Пошли на мост, а там на нём этот мужик с велосипедом какой-то. И мы такие, ебать, что происходит? И решили, блядь, спрыгнуть с моста, блядь. Нахуя? Не знаю, обосрались, наверное, непонятно мне. Спрыгнули с моста, смотрим, а этот мужик был из бара просто. И мы такие, ну ладно, пойдем дальше, хуй с ним. Я не понял, что произошло. Блин, все, блядь. Ясно, я понял. Я говорю. Ну ладно. Ой, блядь, а что это у меня оверлей включился? Все нормально. Гунуп. Пульс. Никита, там пульс скоро будет, не проеби его. Так, у меня тут план Little Hope. А мы вот тут, на мосту. Теперь я буду тыкаться во все, блядь, участки, нахуй. Искать пульс, чтобы это не было. У меня девочки бегают по лесу, блядь. Я вот здесь хожу, ищу что-то, блядь. Ой, хуй. Самое, блядь, стрёмное... Да, на детскую площадку. Понятно, всё, короче. До побачення. Найдите другой выход из Little Hope. Держитесь вот вместе, ищите девочку. Меня это место пугает. А нахуя мне искать эту девочку, блядь? Игра. Это последнее, что я бы хотел бы делать. Ей-богу. Ты не пропустишь? Блядь, сзади. Сука. Ненавижу. Такую хуйню. Эй, ты в порядке? Кто ты? Ты что тут делаешь? У меня очень хреновое предчувствие. Да не у тебя одной, блядь. Ведь эту же девочку видели Анджелы с Эндрю. Без понятия. Я нашел девочку, я с ней общаюсь, блядь. У меня крипота полнейшая происходит на экране. Всему телу мурашки, блядь. Что за чертовщина? Блядь, страшилка опять. Скажите, что мне показалось. Замолкните, я ему не дамся. О чем ты говоришь? Винте, вот он найдет меня. Страшилка? У меня комедия. У меня пиздец. Выходи, Мэри. Мне ведомо, что ты здесь. Прошу, не надо, пусти! Отпущу, когда уверюсь, что ты не выдашь нашу тайну. Блять, у меня дед обосрался. У меня ой, блять, я долбоёб, сука! А можно переиграть? Блять, у меня тут священник. Ты уважишь меня, ничего не скажешь. Ебать, слышь, отпусти, какой уважишь, блять. Всё, пизда. ГГ. Я тронул чела, блядь, из другой реальности. Что сие за чары?
Меня объял холод. Она думает, что девочка, блядь. Она ведь якшается с дьяволом. Ёбаный Рит. Я видела ее в лесу и после. Нахуй я его тронул. Он сейчас эту девочку охуярит. Я вызнаю правду, так или иначе. Иди за мной, девочка. Благодарю тебя. Умолкни, дитя. Пизда. Ну и что это было? Эти две девочки как-то связаны. Это не может быть совпадением. Я не пойму. Не короче, стоит тут торчать. В двух словах, Никита, да? Да. Дефолтный католический, да, так скажем, священничек, да, и дети. Ну, ты понял, я думаю, да, вот как бы объяснять не надо. И уважаемые люди, да, и дети уважаемые. Ну, ты понимаешь, как это комбинится, блядь. Одобряю, блядь. Да, и, короче, я решил пнуть чела из прошлого, а я для него как будто бы фантом. Ну, призрак. И он подумал, что эта девочка на него чары напустила. И как въебал ей сейчас, блядь. Это пиздец, короче, что происходило. А, так это не у меня комедия, это у тебя комедия. Это такой экшон, блядь, я тебе говорю. Че у тебя там в двух словах? Мы зашли в какой-то дом заброшенный, там пробежала крыса. А в этот момент я, ну, блядь, дед обосрался, убежал. И я должен был по стелсу зачем-то обойти эту крысу. Но нажал не на ту кнопку. И тоже крыса, обосрался, блядь. Убежал. Не, ну, типа... Победила, блядь. Ну, и мы побежали за Деном вместе с бабкой с этой, да. И стоим, пиздим, типа, а чё вы обосрались? Я говорю, а чё? Ну, обосрались и обосрались. Понял, я нихуя не понимаю, всё. Что происходит. Всё, понял. Пиздец, короче. Типа, вот этот пульс не проеби. А, да. Согласен. Как жаль, да? Слушай, я сейчас не смогу в дом этот войти. Пиздец. Я пошел девочку искать. Тебя же просили, ну не проеби ты пульс. Да, в смысле? Все, до побачення, блядь. А что там будет? У меня тут записки, ничего не знаю. Картинку беру, смотрю. На обратной стороне. Опа! Охота на ведьм. А, слышишь? У меня бабка твоя падает вниз, ее хватают какие-то, блядь, щупальца или веревка, и она ебальником о пол. Все. Это, может быть, тебе что-то даст. Круто. Все. Дало тебе что-то? Полезная инфа? Да. Надо, что ты здесь. Нет. Мы отсюда выберемся. Так, в смысле, надо найти, что там лежит. Я же сейчас могу в этот дом зайти просто, и все. А, нет, я вообще по другому месте. Что это, блядь? Фигай, блядь. У тебя, короче, ты падаешь с какой-то скалы, блядь, не можешь скарабкаться на нее, блядь, тебя хватает за ноги и ебалом о пол, все. Как, что ты на это скажешь? Кто-то. Может, тут кто-то есть? Нас просят переиграть, блядь, это. Пойдем туда. Это твой кринж. А тут же сохраняется все это, типа, уже 100 раз, скорее всего, сохранилось оно. Что это за кнопка? Д, блядь. Где мы вообще? А? Убежали с этой хуйни. А, это с этой хуйни? Подожди, ты тебя здесь уебут, где я сейчас. Я спрыгиваю. Или, ну, похоже, ладно. Похоже. Так голова начинается, вообще хуй знает где. Наверное. Вряд ли так мы выйдем из этого городишки. Дороги нет. Куда-то она ведет. О, я на складе. Еле видно. Короче, первая локация Left 4 Dead, понял, второго, блядь. Похоже. Похоже, это был какой-то магаз. Смотреть. В. Остановим закрытие фабрики. Ривенден. Ривейден, блядь. Фу, топлю за перегировку. Подожди, а ну, что за переигровку? У нас же голосование на «Умрет ли бабка?». Да, и здесь как бы поэтому, если он переиграет, то я думаю, здесь что-то поменяется кардинально. Да, блядь, что? Иди сюда, посмотри. Надежда для Little Hope. Карверы хотят закрыть неразборчивую фабрику и продать землю. Приведет к уничтожению общества. Профсоюз вынес... Ну, короче,
Петиция, блядь. Они тут протестовали за закрытие. Не, бабку хороним. Все. Понял. Бабку хороним, блядь. Все ясно, нахуй. Ай, в пизду, да? У меня чел так рукой сейчас махнул, блядь. Герой главный мой. Так, что тут еще? Мусорка. Хочу, чтобы они нашли то, что там в хижине. Ну это, блядь... Что ты делаешь? Ну, что там может быть в хижине? Дилдак. Я не знаю, что еще. Помоги толкнуть. Соединение с другим игроком нестабильно, это может привести к ошибкам. Соединение с сетевыми службами потеряно. А, ну дядя... Офей, стрим, походу. С тобой потеряно. Тебя нахуй выключило. Блять, не говорите мне. Да нахуй, нас сейчас... Ну теперь-то я не проебу, блять, это... Пульс. Я надеюсь, блять, игра же не с самого начала пойдет. Ну, не с самого, прям. Продолжим. С того момента, как мы попали в аварию. Дернул все-таки интернет, да, Никита? Да не я. Тебе таки дернули, да, интернет, блядь? Да, ну мне просто дернули. Типа, сейчас проверю, все нормально, да? Запускаю? Давай, это, что, давай. А почему мы втроем тут? Продолжай просто выбор сцены? Так и чего? Он хочет, чтобы я этот хуйню тут зашел. Так вот, средняя школа. Типа, у меня средняя школа, у него хата будет. Перекресток. Сейчас проверим. Я проебал этот пульс нечестно, потому что я шел. Типа, ну, как бы на W нажимал. Ну, жмякай кнопочку, погнали. Какую? Ну, готов. Ты же готов? Нет. Нет? Ой, блядь. И ты снова там, ну, да? Возле своего, блядь, велосипеда. Я в загрузке. Где я, блядь? А, мышка я. Блядь. Надо. Мышка. Пипарет в чат. Так, не, типа, Никита, у тебя дом? Ну, школа это. В смысле школа? Там, где тебе надо ходить или нет? Ай, фу, блядь, настройки сбросились. Да, настройки управления сбросились, блядь. Ну, это неправильно переигрывать. Какие-то моменты. Но с другой стороны, это не я виноват. Ну, ты сейчас на том моменте, где тебе надо переиграть или нет? Нет. Так еще тебе загрузить до этого момента? Да. Ну видишь, там прям просит. Как ты хочешь? Ты играешь. Я хочу 100% ачивок. Я не знаю, как у тебя там произошло. Блин. А я ж сам не знаю, как бы у меня там произошло. Как? Блядь. Ой, а что это у меня включилось, блядь? Ну, или это ты нажал? Да, я паузу зажал. А. Вот, ты там играл, ты скажи, нужно ли тебе этот момент перевод? Да, как надо, да. Я бы ёбнул эту крысу. Ну хорошо, тогда в главное меню надо выйти. Окей. Как скажешь. Блядь, так у меня сейчас снова страшилки с девочками будут, ёбаный рот. А, и ты не сделаешь так, чтобы девочки пизды... Нет, сделаю, блядь. Я не буду переигрывать по-другому, зачем? Ну ты же не хотел, чтобы ей дали пиздов? Хотел, блядь. Я, блядь. А, так ты вообще... А, ну ты украинец, блядь. Так смысл с того, что мы переигрываем, блядь, какие-то главы? Ты уже зафакапил. Я лично против максимально того, чтобы мы переигрывали сейчас эту главу, потому что она зафакаплена. Типа... Если она зафакаплена, она значит зафакаплена. Значит, заново, блять, начинай, сука, игру и проходи все как ты по-другому. А не так, что типа,
в этой главе мы проебали персонажа, давай, ну типа вот мы в прошлой игре проебали персонажа в самом, сука, конце. Мы могли переиграть эту главу и не проебать его. Могли. Ну, но, блядь, послушай, это там тупо. Был черный чел. Типа, это... блядь, осуждаю тебя, дебил. Ну, типа, это тупо. Ну, он уже проебал. Не последний. Какой-то ключевой твист. Возможно, твист какой-то проебал. Но ведь это сделано было, грубо говоря, естественно. Так как ты играешь, а не... переигрывать сцену. Я просто нажал не на ту кнопку, блядь. У меня начался этот пульс, типа, нажмите S, а я нажал W, потому что, ну, я шел вперед, блядь. Так я последнюю и выбрал. Так это долгий предпоследнюю. Путь. Вот эту? Столкновение? Ну. Что тебе? Столкновение выбрать? Да мне похуй. Потому что продолжить, у меня вот другой путь, перекресток. Ну, другой путь это и есть оно. Так другой путь это и есть оно, вот смотри, другой ну, путь. Ну, другой путь, но не средняя школа, а что там? Средняя школа, другой путь, ну, вот у меня, да. Средняя школа, другой ну, путь. У меня другой. Ну, а у меня то, что перед средней школой. Мы хотим перезаписать текущее сохранение? Да. Окей, перезаписать. Блядь, сейчас заново то будет самое, ебаный блядь. Рот, блядь. Давай, сейчас начнется, блядь. Я вот уверен, это. Что... Так это же то же самое, блядь. Я то же самое запустил в прошлый раз. Нет. Нажимаю продолжить. Сука, у тебя те же самые, блядь, спавны, точки написаны были в прошлый раз. И у меня... Я был средняя школа. Я не должен быть сейчас в средней школе. Я должен быть перед. Это я, блядь. Это я, это не ты. Подожди, ты сейчас будешь? Мы поменялись ролями или что? Нет, я перед школой буду сейчас. Ну вот, я ушел от тебя. До побачення. А, ну вот сейчас будет этот мне. Наверное. Незнакомец у меня есть. Блять, настройки слетели. Настройки. Да иди твою налево. Продолжить. Все? Блять, шифтап, меня... что? У меня, да, тоже сломалось. Family View. Сука, я нажимаю W, и у меня твой... А, твой профиль включается, потому что мы в меню. Все, продолжить. Так, у меня сейчас снова эти страшилки будут, блядь, тут девочки бегают. Я сделаю то же самое, мне все равно, вот просто, блядь. А я тоже сделаю то же самое. Это чтобы настройки по новой каждый раз не ставить, их надо чертовное меню изменять. Ага, ну, кто вот уже увы, ах. Я буду то же самое делать. Скип. То же самое, блядь, подойду к этой хуйне. Где там, что там светится? Прям даже скажу то же самое. Ерунда, уверен. И почему школу закрыли? Нет, не вариант. Даже если ты перелезешь, у меня никак не выйдет. Я не фанат школы. Все, пойдем. Вроде тут нет прохода. Кажется, я облажалась. И правда? Ну, мы сами решили сюда пойти. Найдем другой. Дэн может сделать то же самое. Никите задача исследовать хижину. Если он опять зафакапит, я сгорю. Все, поджигаешь ты уже людей, блядь. Так, здесь хуйня. Найден другой выход из Little Hope. Держитесь вместе. Мы вот тут. Здесь может быть скрытая информация. План Little Hope. Ну, похуй. Погнали. Иду. Что там, направо я блять. Пошел. Девочке помог. Ой, у меня тут что-то другое происходит уже. Ты типа пульс не зафакапил? Я даже еще не дошел до туда. Держитесь так, вместе, вот ищите девочку. Меня это место пугает. Ужасно. Это, блядь. Не было. С
справа вроде бы было. Так, девочка. Вон там! Эй! Ты в порядке? Обеспокоенность. Кто ты? Ты что тут делаешь? У меня очень хреновое предчувствие. Так. Ведь эту же девочку видели Анджела с Эндрю. Без понятия. Эй, нельзя так делать. В, да, по-моему, было? В. Это уже не страшно, это я уже видел. Скажите, что мне показалось. Замолкните, я ему не дамся. О чем ты говоришь? Винте, вот он найдет меня. Вот, священник этот пришел за девочкой, так сказать, маленькая у меня тут. По канону все, так скажем. Мне ведомо, что ты здесь. Прошу, не надо, пусти. Отпущу, когда уверю, что ты не выдашь нашу тайну. Твои игры утомили меня. Ты уважишь меня и ничего не скажешь. Нет! Отпусти ее сейчас же! На, блядь. Ай, блядь. Что сие за чары? Меня объял холод. Я тут ни при чем. Эми умеет творить заклятия. Она ведь якшается с дьяволом. Я видела ее в лесу и подле фамильяров. Я невинна. Я вызнаю правду, так или иначе. Иди за мной, девочка. Благодарю тебя. Умолкни, дитя. Да, я отыграл свою сцену. Че у тебя там? Ну, в двух словах. Что это было? Никита. Я пока ничего, просто я в хижине тусуюсь. Это не может быть совпадение. И там кошка. Я... Черная? Да. Не, ну, такая. Она бегала по дороге, я видел. Согласен. Ну, мы шли. Не факт. Перебегала дорогу. Может, и не факт. Найдите другой выход из Little Hope. Так, что это было? В смысле, взлом с проникновением? Я же ничего не взламывал. Или не было? А вот, все нашел. Так, Modern Magic and Ritual. Ritual. Это... Я вижу, как тебя убьют, да? Спасибо. Там бабка падает головой о пол, до побачення. Это я уже видел. Все, идем дальше. Рада, что ты здесь. Мы отсюда выберемся. Точно. Так, у меня склад тут сейчас вроде бы будет, да? А, вниз надо помочь и спуститься на Дэн. Угу. Может, тут кто-то есть? Может, нам помогут? Блядь, это надо списать, наверное, да? Я помогу. Чё там? И если смешать лоукот голоса. Ой. А вот, солнце и луна. Нашел секрет книги, современные ритуалы, что там? Мы где-то видели солнце и луну, да, вот это? Ну, солнце. Да, это на, блядь, у чела было, брелочек такой, короче, понял. Медальончик. Я еще зарофлил тебе, да, вот славь солнце. Этого городишки. Дороги нет. Куда-то она ведет. Не уверена эту. Тропу еле видно. Блин, эй, а все? Все, мне больше нельзя ничего. Так. Я только это нашел, больше мне ничего не дали найти. Остановим закрытие фабрики. А что, я не могу? А как я могу еще искать, если меня не пускают? Кто тебя не пускает? Скажи, я разберусь. Ну, я почитал книгу, и мне чувак сказал, типа, эй, ты где? И все. Понял. Иди сюда, посмотри. Ну, это я, блять, я не могу выбрать нормально, нихуя. Протесты. Куда не пускают, там в хижине другая комната. Сейчас, да, я объясню. А, я зашел в комнату, там была кошка, она убежала. Так. А, сразу слева от меня стоял столик, так, с книжкой. Я взял книжку, то листал, так, ее.
ну, нажал, типа, бросить ее назад. И в этот момент у меня начал кричать мужик, типа, который убежал. Да, это Джон. Джон. Типа, да, эй, вы где? Повезло. Да, и все. И у меня закончился геймплей здесь. И в прошлый раз было плюс-минус то же самое, только без книжки. Да, без книжки. Ну, это не стоило того, значит, чтобы переигрывать, понятно? Да. Все. То есть я должен был именно в комнату ту уйти, типа, без книжки, блядь. Да не, ну это уже посос. Что ты делаешь? Так, толкай давай, помогай мне, блядь. Толкнуть помоги. Серьезно? Ну это уже я не виноват. Блядь, блядь, соединение... Не стаб... Что там произошло, блядь? Я выкинул снова? Опять. Да. Вот тебе не игра, блядь. Чё ты там снова, блядь, сделал? Я ничего. Ёбаный Рид. Просто посреди, блядь, локации выкинула. А, подожди, слышишь? Слышишь, а? Блядь? А я сейчас кое-что проверю. Прими копать. Да? Не-не-не-не-не. Вот ничего вообще нихуя не делай, вот вообще. Хорошо, я как раз пока пописываю. Не, ну сейчас готов, нажми-то, блядь. Да, блядь. Окей. Просто о, я начинаю. Я начинаю толкать. Ты не нажал, готов, блядь. О, нажал. Ладно, наебал. Я просто в прошлый раз этот же контейнер толкал. И крашнуло. Че, я проверю этот момент. А, ну выберите управление, понял. Все, до побачення. На вечность ждать, пока придет. Блять, еще это. Да, кнопочку выбирай. У меня тут, короче, ты ничего не делай, я проверю, я сейчас еще раз толкну эту зеленую хуйню. Возможно, с ней, блядь, баг. Блядь, управление. Продолжить. Сейчас проверю, буквально секунду. Я посмотрю еще ту хуйню. Новая. И все, да? И теперь я толкаю зеленую хуйню. Сейчас. Чекаю. Что ты делаешь? Толкнуть помоги. Серьезно? Да, на этой хуйне. Понял? Я не буду переигрывать этот момент, потому что, ну... Типа... Но у тебя ничего не поменялось, да, сейчас? Ты ничего да. не делал. Все, да, короче, это зеленой хуйней баг. Вот этой. Ну, типа, здесь мусорник. Мусор, блядь, для... И его надо подвинуть, блядь, чтобы залезть вправо по этой хуйне. Ну, я понял. Я просто не понимаю, почему мне не дали пойти в другую комнату, типа. Ну, я этого знать проблема? Не могу. Я этого знать не могу. Сейчас я, короче, попробую взрывать... Типа дверь там. Я делал вывод, что игра говна кусок. Если уж такая хуйня происходит. Ну. Ты с книжкой долго проебался. Так я ее прочитал. Ну, у меня не же. В ней. Ну. Мне дали книжку, я ее прочитал быстренько, пролистал. Что там да. солнце, луна. Да. Что там надо, что-то волосы серые окунуть, и тогда чел умрет, что-то такое, блядь. Я думал, игры так делаются, что коллектабусы надо читать. Ну да. Чтобы растянуть время геймплея. А где я вообще заспавнился? Чего, блядь? Я теперь настройки. Настройки. Управление. А я возле другого места заспавнился теперь почему-то. Не у стены, а у, блядь... плакатов этих вывески ебаной.
на полу лежащий. Не, там, короче, забагалось у меня. Я с другой стороны зайду. Забей. Ну, то, что книжку долго читал, это тоже хуета какая-то, если честно. Ну. Да, он книжку долго читал. Ну, как можно типа, читать долгую книгу? Ну, типа, при мне прикол в том, что он мне кричит, типа, эй, помоги, ну, типа, вы где? Ну, и я сразу, типа, к нему пошел. Схуяли. Найдем другой путь. Найдем другой путь. Идем. Хотя я впервые об этом слышу, чтобы игра торопила так. Ну, вообще, у меня было все хорошо по скорости чтения в школе. А может, я сначала должен получить квест «Заберитесь в магазин», а потом вот эту зеленую тему толкать? Ну, типа, получить. Ну, подсади. Ограничение игры. Если не в правильном порядке делаешь цели, то у тебя игра вылетает. Да-да-да-да-да. Может быть такое. У меня так что-то в голове, понял? Появилась об этом мысль. Сначала... Ебать, нихуя. Я залез на эту хуйню и все, ГГ? ГГ. Так, блять, все равно насчет переиграть. Подожди, крашит этот момент. Сейчас. Обсуждение. Сейчас почитаю, подожди. Главы открываются по мере прохождения. Блять. Ну ладно, сейчас попробуем. Да не, я думаю, здесь так же не будет работать. Одиночная игра. Да, ну типа заново историю начинает. А, управлять... Да, поменять настройки управления точно сразу же. Пока в меню сидим, главным. А ты можешь захостить, Никит? У меня в главном меню мышь и клавиатура. У меня тоже мышь и клавиатура. Я так считаю. А попробуй ты захостить. Просто игре, вот и все. Попробуй ты захостить. Да. Бля, ну начинать вот это ебаторию, вот это проходить в соло кусочек, блядь. Мы и так ебались с этими. Она не дает в соло, она не дает соло, я проверил. Ну, пройти до этого момента, значит, да. Что... А, всю игру, блядь, да. О, объезд, подожди, нет, слышь, ты можешь выбрать другую главу? Нет. Нет? Блять. Давай назад. Давай я выберу. Я попробую по-другому как-то сыграть. В этом моменте. Опа. Принимай. Подождите. Вот тут хуйня работает. А, ну может быть рассинхроном, потому что ты типа как-то должен пройти игру. Ладно, я думаю, это не как-то не очень. Это... Ну, оно так не должно работать. Ну да, оно не должно так работать. Управление-то так оно и есть, все правильно. Да, я в настройках клавиатуры мышь в главном меню было. Чё я вообще теперь? Меня теперь вообще в другом месте челы спавнятся, что нахуй? Из ролика. Сразу геймплей. Блять, настройки, да побачення. Нет, не мышь.
Продолжить. Кто мышь? Ты мышь. Так. Чего? Сейчас, подожди, с другой стороны посмотрю. Нет? Нет? Давай обойду. О, тут что-то есть. Можно пролезть. Ты пролезешь? Так. Да, но ты-то вот вряд ли. Так. Эй, мое могучее сложение оставь в покое. Что? Могучее. Так, и чего? Это такой кринж у меня сейчас был. Лезь, блядь. Чё оно снова мне мигает тут? Я же это уже поднимал. Ну да, поднимал. Я попробую обойти. В чем дело? Нам надо идти. Ты, блядь, погоди немного, нахуй. Я не хочу годить. Я хочу уйти отсюда. Тихо, блядь. Толкай нахуй. Что ты делаешь? Толкнуть помоги. Толкай, блядь. Серьезно? Пиздец. Нет, нихуя. Блядь, на лестницу не залезть, эту хуйню не толкнуть. Типа, что? Так. Могу ли я просто съебать тогда отсюда, не заходить в этот дом? Не, ну это глупо. Мне надо разобраться. Прими пока инвайт. Классная игра, да? Охуительная игра, блядь. Так. Другой путь, средняя школа, сейчас. Охуительная игра, блядь. Это правда. Мой путь. Эти вылеты крашатся и вы. Спасибо. Алло. Паша. Алло. Чё, точно, алло? Да, меня? Ну да, да, да. Ну я... Всё нормально. Обойти дом не выйдет. Сайты .ру, блядь, не открывает, пиздец. VPN. Я с VPN открою. А, ёбаный ты рит. Что там? Ой, ебать, ты у меня пролагал так хорошо прям. Сейчас. Какой выход? Так. При наступлении новой главы выходите в главное меню. Выбираете одиночное, загрузите игру и выбираете ваш актуальный сейв. Не всегда подгружает правильный. Начинайте последнюю главу через выбор сцен. А, типа, в новый слот. Ну, давай. Новая ячейка. Может быть, пофиксится сейчас, слышишь? Погнали. Выбрал новую ячейку. Бля, ты лагаешь ужасно, слышишь, Никит? В Дискорде. Ты рабовосишь, пиздец. Ты же вот про это включил. Так, блядь, VPN-то в браузере, а не в Дискорде. Да. Ну, алло.
Алло. Ты пиздец, как рабовосишь. Блин, заебал. А, ну сейчас нормально. Если... Продолжить. Алло. Настройки. Не, пизда. Пиздец. О, сейчас нормально. У тебя периодически что-то происходит. Я не знаю, как... Да, починить. Все. Там поменять сервер-то. О, сейчас нормально. Давай. А, в Дискорде? Сейчас поменяю. Так. Алло. Я уже в полицейском участке был. Не, пизда тебе просто в Дискорде. Это просто смэк. Давай я вот так вот сейчас поменяю микрофон. Сейчас заебись. Вот сейчас заебись. Что-нибудь поменялось? Нет? Алло, добрый вечер. Алло, сейчас все заебись, да. Алло? Алло. Нормально все? Да, сейчас заебись. Нажал продолжить. А, блядь, сейчас. Нет, и снова начал умирать. Алло. Я не знаю, это в Дискорде это просто пиздец. На стриме тебя также рабовосит? Или нет, я вот... Ну, у меня, типа... Или нет? Да? Все, да. Ну, а ну давай в личку попробуем. Подожди. Дискорд перезайду тоже. Мало ли что. Мало ли чем это может быть связано. Дискорда! Алло. Кого? Здравствуйте. Здравствуйте. Как ваши дела? Да нормально. Погнали? Тогда раз нормально. Но я выбрал новую ячейку сохранения. Сейчас посмотрим. Если оно и в этот раз мне заруинит дом, блядь. Мне пизда, ты начал рабовосить. Ёбаный в рот. Мышь, клавиатура, мышь. Продолжить. Этот Никит. Ой, блядь, Family View. Пиздец. Все, продолжить. Я вообще нихуя не понимаю, что ты говоришь. Я так скажу. Сейчас, подожди, давай на US East. Алло. Алло. Не, нихуя не алло, это пизда. А ну поговори. Алло. Не, это пизда, дядя. Это невозможно. Нет. Нахуй слушать. Значит, проблема к тебе. О, сейчас заебись. Ну, видишь, только я сказал, что проблема. У тебя микрофон, как будто бы понял, у тебя, блядь, проводки сейчас жужжат. Пиздец как. Давай, я потрогаю свои проводки. Давай я поставлю перед ебалом свой этот. Давай. Давай, я поставил, все. Я поставил. Короче, плюнь на книжку, иди по хижине, дальше исследуй ящик открывать. Алло. Алло. Вот у меня микро стоит сейчас пол экрана. Пизда твоему микрофону. Это просто охуеть можно. А, ну вот давай проверим, подожди, в Дискорде. Сейчас я кому-то еще зайду. Сейчас вот Женьку. Алло, Женек. А ну поговори что-то на стриме. Ну сейчас на стриме. Я хочу, чтобы, ну типа, как тебя слышно? Че? Ну, блядь, поговори, потому что Никита начал рабовосить. У меня проблемы или у него? Поговори просто сейчас, поразговаривай. Чё? Еще говори, ну, что-то. Поговори, потому что... Да не включи, блядь, мой стрим, нахуй, я его слышать начинаю. Что ты хочешь, себя. Чтобы я сделал, я хочу, сделаю, чтобы ты в Дискорде, сидя со мной, поговорил что-то, просто нон-стопом разговаривай. Ну, что тебе сказать, что ты дебил. Блядь, не могу. Просто говори, блядь. Ты дебил, блядь. Что ты педагог. Не, ну ты у меня не... Не, ты не рабовосишь нормально. Не удавшийся. У Никиты прям вообще пиздец. Алло, я к тебе вернулся.
Женька, я нормально что слышал. Ты? А ты, блядь, прям рыбовосишь, пиздец. Значит, тебе надо починить интернет. Не, это пиздец. Тебя прям хуярит, я пиздец, не знаю. Чем это у тебя связано? Ну давай я тогда выключу VPN. Теперь нормально. Выключи. Алло. Алло. Здравствуйте. Все, нажми кнопку продолжить. Ради бога, я хочу дойти до этого ебаного дома. Алло. Сдвинуть этот ебаный, блять, мусорный контейнер, и чтобы нас не крашнуло. Вот что я хочу. А еще что ты хочешь? Пизда тебя ебать, ебашит. Я в ахуе. Что, она правда выглядела как Анжела? Уж не знаю, что там видел Джон, но не собираюсь торчать тут и выяснять. Алло. Не, тебя так ебашит, я хуею. Сейчас, подожди, сервак можешь, давай другой. Еще раз. Алло. Алло. Я вообще нихуя не слышу. Что ты говоришь? Кижан, не забудь, я уже полпачки выкурил. И почему школу закрыли? Нет, не вариант. Даже если ты перелезешь, у меня никак не выйдет. Я не фанат школ. Все, пойдем. Вроде тут нет прохода. Кажется, я облажалась. И правда. Мы сами решили сюда пойти. Найдем другой путь. Ебать, минус. Теперь ты тут нахуй крашнулся? Никитос, алло. Ебать ты лагаешь, это пизда. Алло. Я вообще никуда не понимаю, что ты говоришь. Так у меня с интернетом то все нормально, у меня битрейт все идеально. Нету пропуска кадров даже. А ну оф не стрим, проверка. Сначала ты. О, ты идеально, все, теперь я тебя идеально слышу. Алло. Алло. Все идеально. Дудос на подос. Ну. Так это у него что-то пишут. Да, это его. Опять ты по пизде пошел. Дэн, давай со мной попробуем. Теперь заебись. А, вот так вот. Я тебе говорю, у тебя периодически такое ощущение, что прыгает, скачет интернет. То я тебя, ну, типа, я тебя слышу идеально, и в моменте пиздос происходит. И тебя сейчас из игры выкинуло, нахуй, ты понимаешь? Тебя сейчас выкинуло с игры, блять. Хотя до этого кинуло, ну, кикнуло до этого. Намного раньше. Ну, хотя намного позже, блять. Пускай ПК ребутнет, и нет. Тебя, походу, ебашит что-то. Потому что сейчас просто на посреди, блядь, левела нахуй тебя выкинуло. Я нужен, блядь. Я не знаю. Ну, с инет по пизде пошел, походу. Ну, не знаю, вот торренты у меня качаются, все нормально, блядь. Так выключи их, наверное. Я его буду смотреть. Блядь, а где я нахуй сейчас появился? Понял. Чего, где я появился-то, блядь, подожди. А, я в том же ебаном месте. Да, блядь, опять пауза, ну ебаный ты сын. Потому что мышь и клавиатура. Потому что мышь и клавиатура, да. Ой, блядь, просто посреди игры, блядь. Вот, вот. Блять! А это все потому, что мы ребутнули, блять, левел нахуй. Все по пизде пошло, блять. Вообще в рандомных местах появляюсь. Я возле этой хуйни появился. Проверка. Сейчас тебя крашит, чекай. Что ты делаешь? Чекаешь? Толкнуть, помоги. Смотри. До побачения. Серьезно? Иногда. Все, до побачения, блять. А ну давай я тоже на всякий случай. Дело не в игре. А ну давай я попробую тоже ребутнуться. Ну типа на всякий случай, блядь, проверим. Сейчас выйти, блядь, из игры. Так, стрим офф. Я
чисто вот прочекаю, ребутнусь. И ты тоже, давай, на всякий случай. Окей.